администрация исполняет облсовет? Облсовет? Ну, он контролирует всю область. Я не знаю, не в курсе. Я там не работаю, не знаю. Должен думать об уровне жизни людей. Должен думать. А чем он занимается, трудно сказать. Руководит областью, я так понимаю. Девушки, это вопрос не ко мне. Ну, это же слуги народа. Они то, что все запросы народа они должны выполнять. Никаких. А можете назвать пару депутатов? Пару депутатов с облсовета? Я знаю нашего именно... Как его зовут? Губернатор именно. Савченко, да? Алексей. Вы знаете, я и не помню уже. Он приходил к нам во двор, проводил беседы. Я же говорю, я не знаю даже фамилии, не то что лично. Облсовета. Вы знаете, даже не могу вам сказать, не знаю. Ой, там борьба идет, я так понял. Там, по-моему, Лисовская или, ну, женщина, которая пытается каким-то образом снять, она там сопротивляется всех сторон. Но, честно, я не слежу за политикой Николаева. Я, в принципе, перестал следить за политикой Николаева всей Украины, потому что, сами понимаете, что идет именно конфронтация именно непонятно чего именно. Без понятия. Хотели бы пожелать вашему депутату? Моему депутату? Ну, чтобы он больше внимания уделял городу, людям. Чтобы он в конце, чтобы они в конце концов не только на словах, но и на деле работали. Потому что получается одни слова, дела нет. Мудрости самое главное. Потому что именно когда ум есть, тогда и появляется мудрость. А еще именно, чтобы думали именно за людей, потому что они живут там, где люди живут, ну, рядом с людьми. Они не бои, боги на земле не живут. Порядок провести. Да, конечно. Чтобы делали все в порядке. Не так себе галочки ставили. Трошки быть вместе, чтобы не один в одну сторону, другой в другую. А если будет у них одна какая-то цель, люди поддержат. Ничего им не хотим пожелать. Чтобы спустились на землю и себя поставили на место простых людей. Попробовали пожить, вот как пенсионеры живут. Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні гості, експерти, усі, хто, як завжди, по четвергах збирається на програмі «Контраргументи» телеканалі «Миколаїв», щоб поговорити про те, що торкається кожного з нас. І хоча, як ви зрозуміли, мова сьогодні піде про Миколаївську обласну раду, адже приблизно з цими днями півтора роки буде від того, як вона була обрана, миколаївці мало що знають про тих, хто представляє їх у цьому нашому представницькому органі місцевого самоврядування. Втім, саме від них, так само, як і від депутатів міської ради, на іншому рівні це депутати районних, сільських рад. Отже, це у будь-якому випадку це депутати, залежить дуже багато чого у нашому житті. І саме про це сьогодні варто поговорити. Не дивитися, будь ласка, у нас сьогодні дещо така певна зміна відбувається. Гості сидять не там, де завжди, експерти також. З іншого боку, втім, оскільки кажуть, що будь-які представницькі органи, чи то парламент, чи то сільська рада, є віддзеркаленням суспільства, ну, то зрозуміло, що у дзеркалі воно все відбувається з іншого боку. А дехто каже взагалі, що наш парламент, чи наша обласна рада, чи будь-яка рада взагалі, це взагалі зазеркалля. Ну, втім, про це ми сьогодні і поговоримо. Я з задоволенням представляю наших гостей. Ми запрошували практично усіх депутатів обласної ради, хто хотів би висловитися сьогодні протягом нашої програми. Ми надсилали запрошення керівникам усіх фракцій, і навіть більшість з них підтвердила свою готовність і бажання взяти участь в нашій програмі. Втім, не так сталося, як гадалося. Сьогодні, на жаль, у нас, можливо, не всі ті, кому ви хотіли б задати ваші питання. Вікторія Вікторівна Москаленко в останню хвилину виявилася викликаною до
губернатора, принаймні, так вона пояснила свою відсутність. Ми запропонували їй приєднатися до нас трохи згодом, втім, думаю, що цього не відбудеться. А крім того, пан Михайло Соколов, керівник партії «Батьківщина» в обласній раді, також їде до нас з Єланця, повідомив, що трохи запізниться, ми для нього лишили вільним крісло. Думаю, що скоро він до нас приєднається. А я задоволений представляю тих депутатів, які не бояться прямого діалогу, які готові говорити і про обласну раду, і про свою роботу в обласній раді, і про ті процеси, які там відбуваються. Впевнений, що розмова буде важкою, дуже непростою, тому дякую вам за мужність. І я з задоволенням представляю наших гостей. Геннадій Іванович Рубський, депутат Миколаївської обласної ради, керівник фракції «Відродження». Будь ласка. Геннадій Рубський, депутат Миколаївської обласної ради, голова фракції партії «Відродження», опікується питаннями освіти. Усі зусилля спрямовує на розвиток та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в школах та позашкільних закладах свого округу. Наш частий гість Надія Валеріївна Іванова, депутат Миколаївської обласної ради, член фракції БПП. Будь ласка, візитівку. Надія Іванова, директор ТОВ «Золотий колос», депутат Миколаївської обласної ради. Кандидат економічних наук, кавалер ордену княгині Ольги 3 ступеня. Надія Іванова активно допомагає Миколаївській громаді. Виступає меценатом культурних і спортивних подій у місті. Підтримує волонтерські групи у поїздках на Східний фронт. Завжди відкрита для спілкування. Має активну політичну та громадську позицію. Єдиний з представників опозиційного блоку, як у Миколаївській обласній раді, так і в Миколаївській міській раді, який не боїться також діалогу і приходить до наших програм. Микола Кравченко, будь ласка, візитівку. Микола Кравченко, депутат Миколаївської обласної ради, фракція партії «Опозиційний блок», актор, театральний режисер, заслужений діяч мистецтв України. Член постійної комісії з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, спорту. Як я сказав, за декілька хвилин до нас має приєднатися Михайло Соколов, втім, я думаю, логічно буде подивитися його візитівку також. Будь ласка. Михайло Соколов, депутат Миколаївської обласної ради, голова Миколаївської обласної організації «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». За час депутатства здійснював постійну спільну роботу з місцевими органами влади у вирішенні питань про надання субвенцій, поліпшення житлових умов, проводив юридичні консультації з питань житлового законодавства. Отже, я перед самим початком програми казав нашим гостям, що те опитування, яке ми показали перед нашою програмою, на самому початку нашої програми, воно, звичайно, не є репрезентативним. Втім, це третє чи четверте опитування, яке ми робили для цієї програми. І кожного разу ми отримали практично одні і ті ж відповіді. Ну, думали, можливо, люди нам якісь не ті трапляються. Ну, є люди, які не цікавляться політикою. Кожного разу ми виходили на вулиці, щоб знайти когось, хто хоч щось скаже про обласну раду такого, щоб було зрозуміло, що вона хоч якимось чином впливає на його життя, ну, принаймні на рівні інформаційному, що люди знають, хто там є. Втім, єдине, якщо люди взагалі були готові говорити про обласну раду, вони казали, ну, там, да, у них там є от новий чоловік, там, от, да, от он, это как, ну, Савченко, да, от у нього хорошо, да, от нормально получається, от, да, от ми на нього надіємося. Тобто, розуміння, чим відрізняється губернатор від обласної ради, хто там взагалі є, хто там голова, ми не побачили, скільки б ми не намагалися знайти когось, хто, навіть, просто от чесно кажу, змонтували б з декількох наших виходів, якщо б хтось це сказав, не сказали. Тому це з одного боку. А з іншого боку, коли ми питали, а що взагалі, ну, щось про обласну раду знаєте, казали, так, чули, там скандали у них постійно. Ось про те, чим справді обласна рада, так би мовити, застолбила собі вже місце у новітній
історії Миколаївського місцевого самоврядування, я думаю, варто подивитися сюжет Федора Бондара. Довгі роки, навіть десятиліття, Миколаївська обласна рада, за прикладом російської Держдуми, була не місцем для дискусій. Всі рішення приймались кулуарно, результат голосування, за рідкісним винятком, був відомий заздалегідь. Просто майже весь період після здобуття незалежності стабільна більшість в обласній раді була у політичних сил антиукраїнського спрямування, поки відповідно була налаштована і центральна влада. Опозиція до тієї влади була нечисленною і могла тільки безрезультатно протестувати. Сьогодні ж події в обласній раді за видовищністю не поступаються тим, які ми давно спостерігали в Миколаївській міській. І не лише тому, що сили приблизно рівні у колишніх представників партії регіонів і тих, хто називав себе демократами, та подекуди згадується слово і сьогодні, щоправда, все рідше. Першим яскравим проявом почуття безкарності в новообраній обласній раді став вчинок депутата Миколи Скорого з фракції «Нової держави». Він не вважає звуки державного гімну України приводом для того, аби підвестися. Ймовірно, цей депутат вважає нашу державу якимось непорозумінням. Пояснював свій чинок тим, що влада 25 років знущається з народу, мабуть, зараховуючи себе до гноблених, а не до пригноблювачів. Після такого гучного старту Микола Скорий майже на рік випав з роботи обласного представницького органу. Лише восени 2016-го навідався, коли розглядали питання про виключення його зі складу депутатської комісії з питань аграрної політики. Цього разу тлумачив вже своє ставлення до державного прапора. Також одним з перших дзвіночків, на які варто було б звернути увагу, стало затримання 12 січня 2016 року депутата від президентської фракції Олександра Каражея. Його звинуватили в хабарництві, але через 4 дні відпустили, після внесення застави у сумі якихось 400 тисяч гривень з копійками. Наша комісія це питання не розглядала. Чому? Насправді сьогодні йде судовий процес, і ми чекаємо, який буде вирок суду. Тобто, якщо вирок суду буде звинувачений, тоді ми розглядаємо на своїй комісії. Якщо його виправдають, тоді ми це питання не будемо розглядати. Хоча ніхто не заперечує в тому, що кожен депутат і обласної ради, і депутат нашої комісії може внести це питання на розгляд, якщо він вважає це за потрібне. Взагалі, одним з підсумків минулого року стало підтвердження того, що найвищий представницький орган Миколаївщини абсолютно незалежний. В тому числі, принаймні, значна частина депутатів незалежні від логіки, моралі, честі і совісті, від закону та відповідальності, наприклад, за прямі погрози голові обласної ради. А ще депутати здебільшого витончено незалежні від найзаповітніших прагнень своїх виборців. Хіба можна розглядати якісь питання, хоч 100 разів термінові і важливі для обласної громади, якщо в сесійній залі кількадесят людей тиснуть на депутата, котрому вистачило сміливості погрожувати жінці? По Ясинському Вікторія Вікторовна, як голова обласної ради, не виносила це питання на нашу комісію. Хоча були деякі там призиви інших депутатів розглянуть, але Вікторія Вікторовна сказала, що ми залагодимо цей процес, ми не будемо виносити. А те, що керувати голосуваннями вдавалося персонажу, схожому на відомого кримінального авторитета, це ж не залежність, правда? Це тільки бізнес. Щоправда, представника президентської фракції за такий скандал чекало неминуче покарання. І таки дійсно півроку не минуло, як він перестав бути членом фракції БПП. Щоправда, найважливішу комісію облради продовжує очолювати. Не встигли ми забути про яскраву переписку Федора Барни після пацанячого вчинку всієї його фракції. Отримали новий привід для всіляких інсинуацій та перекручувань. Ти що, не розумієш, що це тобі за такий шняг, я відділася, що придурок такий-то? Ти не забудь, ти не сам по собі, тим більше ти офіційне лицо, ти глава фракції. Подожди, кто это тебя уже накрутил? Я прочитал в интернете это. Подожди, и что там? Кто ты прочитал? Они такое говорили. А где твой друг Алабин? Откуда я знаю, где мой друг Алабин? Не, он на должности? Он зам главы облсовета? Нет. Вот нет. А почему, задайся вопрос? Ймовірно, так само просто бізнесом є і злиття в екстазі під час голосувань, зокрема за господарські питання фракції непримиренних друзів, тобто не розлий вода ворогів. Ну, ви зрозуміли, яких фракцій спільні голосування демонстрували те, що ідеологія – це винятково передвиборча категорія.
При цьому зливалися голоси протилежних за ідеологію фракції не лише в підтримці важливого, для кого треба важливого рішення. Як, наприклад, славнозвісне голосування за надання гірничого відводу ТОВ «Південний кур'єр» для розробки родовища пісків «Вознесенське-1». Об'єднувалися депутати і тоді, коли з'являлася або була придумана причина не голосувати. Як того разу, коли тиск на Ясинського викликав обурення і спротив багатьох обранців обласної громади. І кого вже хвилює, що опалювальний сезон опиняється під загрозою зриву, що нагальні питання по облтеплокомуненерго не вирішені, депутати образилися. І далі хоч трава не рости. А невдовзі звинувачували в неготовності котелень до зими міську владу, яка володіє більшістю об'єктів, котрі орендує за мінімальною ціною обласне комунальне підприємство. На сегодняшний день депутатский корпус облсовета, я не знаю, не буду говорить, кто конкретно или кто именно, не хотел бы, конечно, и всех одновременно под одну гребенку, но есть такая проблема и в Николаевском облсовете, и в Николаевском горсовете, что избранники народные забыли о том, что зачем они вообще пришли туда. И вместо того, чтобы решать конкретные проблемы области и города, они занимаются политическими расправами, популизмом и не более чем болтологией. У новий рік з новими здобутками. В середині лютого патрульні поліцейські затримали за кермом автомобіля нетверезого депутата обласної ради Сергія Чмиря, котрий до того ж пропонував правоохоронцям 1000 гривень, аби відпустили. Апогеєм вишуканої нелогічності поведінки стало провальне голосування за затвердження Миколи Берсона на посаді директора театру, котрий практично він сам і створив. Питання розглядалось наприкінці тривалої сесії. Цей пункт був 22-м з 36. Але, на диво, і попереднє, і майже всі наступні питання, аж до останнього, депутатський корпус підтримав. А в голосуванні по директору Українського театру, дивним чином, то об'єктивних, так би мовити, умов, голосували лише 42 депутати проти 51 на початку сесії, додалися суб'єктивні. Не голосували або утрималися більшість з присутніх депутатів від опозиційного блоку, 7 з 11, та всі присутні представники «Батьківщини», 3 з 6 членів фракції. Мінус ще один із зареєстрованих депутатів від БПП і маємо негарний результат. Наприкінці сесійних засідань дійсно депутатів зазвичай менше, ніж на початку. Винятком можуть стати важливі, не в тому сенсі, в якому ви подумали, голосування. Наприклад, за надання прав на використання надр. Але ж це просто збіг, чи не так? Отже, до нас вже приєднався Михайло Володимирович Соколов, і я зараз із задоволенням переходжу до нашого традиційного бліцу. По одній хвилині для кожного з наших депутатів, для кожного з наших гостей, щоб вони висловили ті тези, які вважають за необхідне на початку програми, які сформулювали якісь речі, які вважають за необхідне оголосити. І я думаю, що і наше опитування, і наш сюжет, напевно, додадуть вам тем. Будь ласка, починаємо з вас, пане Геннадію. Добрий день. Фракція «Відродження» в обласному совєті представлена 4 депутатами. Мы считаем себя конструктивной оппозицией. Мы, наверное, единственная фракция, которая не участвовала ни в одном коррупционном скандале. У нас нет одиозных депутатов, которые занимаются там самопиаром и так далее. Мы готовы на сегодняшний день к любому диалогу, потому что мы не делим депутатов по политическим признакам. Дякую, Надія Валеріївна. Добрий вечір. Такі сьогодні теми. Я не буду довго займати і казати за всю фракцію. Дуже неприємно. Ну, я хочу сказати, що маючи уші та почує, та у тих, хто є бажання чути, знати, дізнатися, ті люди це роблять. Ну, бліц опитування показало, що ті люди, ну, мені так здається, що ті, хто не хочуть знати, чути і в чомусь розбиратися, вони не розбираються. А тем дійсно для того болючих дуже багато. Теж дуже багато чого не подобається в роботі сьогоднішньої депутатського корпусу, але я вважаю, що треба закатувати рукава, робити і ще раз робити, бо проблем багато і треба їх вирішувати. Ну, тобто десь так, за півтора роки після початку вашої каденції ми дійшли висновку, що треба нарешті закатати рукава. А я це і роблю. А я не про вас кажу, я кажу взагалі про депутатів. До речі, ті, хто прийшли, то вони справді роблять, бо я впевнений, що тим,
кому нема чого сказати, тому вони і не з'явилися. У нас, скажімо, був один досить відомий депутат від блоку Петра Порошенка, який сказав, наприклад, що він не може прийти, бо у нього кроватки сьогодні немає. Тож, різні депутати, різні причини, чому вони приходять, чому ні. Втім, це справді справа їхньої совісті. І я думаю, глядачам самим вирішувати, ви кажете, чи цікавляться, чи ні, то, можливо, просто нема ким цікавитися. Я не думаю, що якщо б ми спитали, чи ви знаєте щось про Надію Іванову, чи про Миколу Кравченка, чи про Михайла Соколова, вони б сказали, що не знають нічого. Адже ті, хто хочуть, щоб їх почули, ті, хто хочуть, щоб про них знали, вони це роблять. Микола Антонович, будь ласка, ваша хвилина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Во-первых, Ярослав Владимирович, все очень хорошо, но жители города Николаева области не обязательно должны знать всех депутатов в лицо. Они, депутаты, должны делать свою работу, создавать рабочие места, создавать условия для жизни, и не обязательно пиариться. И то, что в некоторых европейских странах жители не знают премьер-министров, это нормально. Главное, чтобы у них жизнь была нормальна. Это первое. Второе. Ярослав Владимирович, вы немножко вводите в заблуждение наших зрителей, говоря о том, что вот когда-то было вот так вот все решения принимались заранее, и оппозиция была настолько немощна, что не могла ничего сделать. Я вам скажу, что вы знаете, что по принципам работы областного совета все решения сначала принимаются на комиссиях, оговариваются, потом проекты решения выносятся, а потом голосуются уже на сессии. Сессия – это как некий конечный этап. И третье. Значит, вы говорили, что сейчас поровну оппозиции и как бы вот некоторые люди присвоили себе такой стиль демократических там движений. В чем они демократические, я так и не знаю. Наверное, в том, чтобы больше там распилить где-то. В этом демократия. Но ладно, бог с ним. В прошлом, в прошлой каденции из 93 депутатов оппозиционных вас было, по-моему, человек 15. Сейчас из 64 депутатов областного совета только 14 депутатов оппозиционного блока. Все остальные – це демократичні сили. То есть нова держава и прочее. А при чем здесь нова держава? Мы говорим об оппозиции. Мы говорим не только о тех, кто называет себя оппозицией, а о тех, кто по сути ей является. Мы об этом еще поговорим. Хорошо. Я думаю, что у наших экспертов будет достаточно вопросов. В том числе я наверняка уверен, что они спросят, если вы говорите, что все вопросы обсуждаются на комиссиях, обсуждался ли на вашей комиссии вопрос позорнейшего голосования по Берсону. Однако мы это обсудим чуть позже. Пожалуйста, Михаил Владимирович. Спасибо, что пригласили. Я вижу, что сегодня я только лишь с Рубским представляю руководство фракций. Остальные фракции всех постеснялись, так же, как и голова облсовета почему-то. Мне кажется, она здесь должна быть. Публичность, открытость. Это, мне кажется, главная функция нас, которые представляют избирателей. Я прошу прощения за опоздание. У нас ЧП произошло. Вы знаете, что Гулин погиб при непонятных обстоятельствах на трассе. А вчера была похищена его жена. Ольга Петровна чудом нашлась сегодня в чужой области, с ножом к ней подошли к ее автомобилю, увезли в чужую область, связали ее там и так далее, и так далее. Сейчас работают органы, я только из Еланца приехал, опоздал немного. И мне кажется, это лакмусовая бумажка того, что Николаевская область в 90-х была бандитской, в 2000-х и в 21 веке тоже бандитская. Причем эти преступники, которые ее похитили, они прекрасно владели. Значит, сколько земли там, сколько их хлебопекарня выручки дает. Очень жалели, что они похитили ее, а не сына Гулина. Явно их интересует земля. Так же, как и тех людей в масках с автоматами, которые год назад похищали Чмыря, а потом эту эстафету переняли правоохранительные органы. Охоты за теми руководителями, у которых немало земли, и они в нашей партии состоят. Ну, это о печальном. А что касается нашей деятельности в облсовете, я считаю, что во многом наша заслуга и коллег, конечно же, в том числе, мы голосовали вместе за нашу эту инициативу, сделать фамилию, имя и партию каждого депутата, голосующего за определенные вопросы, понятной. И в виде голосования именных, с карточками именными и так далее. Эта система стоила немало. Мы заложили 2,5 миллиона гривен в бюджет, когда я был первым замом. Смогли сэкономить за счет тендеров, там 1 900 000, по-моему, или 1 800 000 даже потратили. И сегодня каждый житель области, наконец-то за 25 лет первый раз, может видеть, какая партия, за что и кто и как голосовал.
Мы, например, голосуем за то, чтобы не торговать с временно оккупированными террористическими территориями. Мы, например, голосуем за то, чтобы Украина шла в Европу. Мы, например, голосуем за то, чтобы облсовет имел большие, в соответствии с законом, полномочия, а не делегировал их руками предшественников облгосадминистрации. Нам, видите, каждый раз губернатора присылают все более и более, как говорится, нового человека, который, как правило, от области, к сожалению, оказывается, ну, входит только в курс дела, начинает учить районы, улицы и так далее. Вот. Хотя данный губернатор, наверное, один из лучших примеров. Сегодня мы показали совместную работу демократических сил, проевропейских, например, в Новоодесском районе избрали там нового голову и так далее, который там по наследству от старых нам достался. Поэтому вот эта батьковщина и основные ценности наши открыты, мы публичны, каждый раз благодарим вас за приглашение, готовы все наши депутаты и я как руководитель фракции, партии присутствовать с прессой на общении. Спасибо. Большое спасибо, уважаемые коллеги, я все-таки прошу вас придерживаться регламента, вот там на таймерах там все показывается. У нас 2 часа, и я уверен, что мы плодотворно и активно поговорим. Я вот вижу, что уже у Андрея Острова, уже у нашего эксперта есть вопрос, ну как не передать ему слово. Пожалуйста, Андрей. Добрый вечер, студия, добрый вечер, гости, зрители. Ну, два момента. Первый момент. Что касательно того опроса, который проводился. В самом-то деле всегда областной совет и городской совет, несмотря на то, что они расположены территориально рядом, это были два принципиально разных по устройству, ну, заведения, скажем так, да? В чем принципиальная разница? Глава городской – это избираемая личность, глава ОДА – это личность, которая назначаемая. Это сильно формирует и ответственность, и возможности депутатов областного совета. Это первый вопрос. Второе. Депутаты областного совета, кто бы там чего не рассказывал на тему «мы создадим рабочие места», создать вы их не можете никаким образом. Создать инфраструктуру, за инфраструктуру областную вы не отвечаете, потому что она находится в ведомстве госкорпораций. Вы можете выступить там, в лучшем случае, на софинансирование, как в этом году на дороге вы выступили, выделили деньги, и на этом все. Все лежит в руках сегодня исполнительной ветки власти вот этого большого домика на площади Соборной. Это первый момент. Второй момент. Если тут затронулось вопрос о политике. Название партии «оппозиционный блок» не делает ее оппозиционной. И сегодня, ну, как бы это ни хотелось бы, там, может быть, ну, вы, вот я думаю, что вы как раз ответите на этот вопрос. Оппозиционный блок отличнейше работает и с БПП, и с, скажем так, они называются у нас не псевдодемократические, а проевропейские партии. У нас есть два вектора направленности. Проевропейский и, грубо говоря, ну, не знаю, ну, назовем это так, по старинке пожить. Как вот мы раньше жили. И вот у меня такой вопрос. А кто у нас сегодня реальная оппозиция? Вот единственное, что я могу сказать, возрождение, ну вот по ним можно сказать оппозиция. Но поскольку их очень мало, они, ну, как бы погоды, собственно, не делают. Хотя Олег Мудрак всегда, насколько я помню его работу, это был очень яркий представитель вашей фракции. И вот он действительно там вот умудрялся так поднять бурю в стакане, я имею в виду в медийном поле. И это как-то, такой вот маленькая щучка, чтобы карась не дремал. Вот кто оппозиция у нас, как оппозиция, и что должен делать облсовет, чтобы люди о нем знали? Это вопрос ко мне. Ну, у меня единственное маленькое корректив, просто чтобы зрители понимали. Сказал Андрей, что вот мэра назначают, а главу ОДА, ну, то бишь облдержадминистрации, назначают. Мэра избирают, а главу ОДА назначают. Так вот, глава ОДА назначаемый, как бы, да, по логике Андрея, его не могут знать, потому что, ну, его назначили, откуда-то сверху спустили. А как раз главу областного совета такие избирают. Так вот, губернатора Савченко знают, которого назначили, а председателя областного совета не знает никто. Нет, можно, Ярослав, секунду? Нет, речь шла не о том, что его не знают, потому что назначают. Наоборот, что это фактически лицо областной власти. Это и есть лицо областной власти. Поэтому и депутатов особо никто не знает. А в горсовете наоборот, депутаты делают вырванные годы мэру, мэр делает им вырванные годы, и вот на фоне этого постоянно это все находится в медийном поле. Вот так. Депутатам вопрос
взносы приблизительно? Ну, я еще должен сказать, что на самом деле губернатор действует в рамках ровно тех полномочий, которые отпускает ему областной совет, и этот же самый областной совет может эти полномочия сильно обрезать. Поэтому я бы все-таки не был столь категоричен в плане того, что губернатор абсолютно независим от областного совета, ну, по крайней мере, так сказать, изначально. Ну, а уж как выстраиваются отношения, то это их дело. Конституция ему предоставлена и законом, и в связи с чем назначают президент и губернаторов, хотя это анахронизм полнейший, я с Островым согласен. Дело в том, что, например, вот чем белорусская православная церковь отличается от украинской православной церкви? Вот я никогда не задумывался в разнице, а разница административная есть. Патриарха белорусского назначают в Кремле, понимаете разницу, да? А украинского патриарха собираются батюшки, синод и избирают внутри Украины. Так был избран Владимир, там сейчас другой человек и так далее. Ну, той церкви, которая самая, как говорится, распространенная конфессия в Украине. Точно так же и у нас. Нам губернатора назначают из Киева. Часть полномочий ранее была делегирована облсоветом. И другие облсоветы их уже давно отозвали, эти полномочия. А часть полномочий, как первого лица не власти, а исполнительной власти в области, это как бы рабочий человек. Исполнительная власть не пиарится там, а работать. Это они даны законом, который анахроничный, такой же, как в Белоруссии при назначении патриарха откуда-то из Кремля, непонятно почему там и так далее, и так далее. Вот, в отношении оппозиции есть маленький маркер такой, простой. Я вижу, кстати, ОПБ-блок тоже бывает, попадает там под пресс каток правоохранительных органов. Вот у меня, например, в одном из офисов вчера вот были такие гости, допустим. Люди, 20 автоматчиков в масках, ломают двери, не представляются. Почему идут? Вот потому что вот у них есть по этому адресу желание изъять документы. А ровно неделю, это вчера было, а ровно неделю назад меня вызывает наша прокуратура областная, в отношении Соколова возбуждена 366-я статья уголовная, в связи с навмысленным, умысленным неподачей декларации. Думаю, что ж случилось? Я, правда, там только из Вашингтона прилетел, сразу не смог сообразить. Оказывается, я декларацию А подал. Умысел доказать с юридической точки зрения никто не может. Прокуратура улыбается, показывает пальцем куда-то вверх. И меня допрашивают, уже подозрения собрались вручать и так далее, и так далее. Мне кажется, что это лакмусовая бумажка. Когда есть репрессии, когда репрессивная машина, правоохранительные органы в масках врываются с автоматами, похищают людей, неизвестные лица. Когда прокуратура возбуждает абсолютно фейковые дела, я декларацию подал через 3 дня, как положено по закону, электронную, мучился, как и вся страна, подал в полном объеме, уплатил налоги там со всех тех доходов, которые я имел, и в том числе потратил на нашу садовую аллею для того, чтобы николаевцам, жителям города, посадить сакуры. Из своей зарплаты я это сделал, со своей зарплатной карточки и так далее. И за это налоги я заплатил. За это происходит. Вот что такое оппозиция. Наверное, как бы по этим измерениям надо мерить. И я смотрю, наши соседи по залу, которые через одну фракцию от нас сидят, тоже периодически обсуждают, там кого-то в прокуратуру области вызывают, кого-то в генеральную, у кого-то на детей давление и так далее. Наверное, власть уже скатилась до времен Януковича и даже дальше пошла. У меня, мой первый зам, например, поехал поддерживать блокаду и жил вместе с блокадниками, до этого воевал в АТО за незалежность, за свободу Украины, за независимость, против того, чтобы на нас танками ехали, стреляли и так далее. Сейчас поддерживал блокаду. В отношении его тоже уже правоохранители начинают искать, как говорится, крючки и так далее. Поэтому мне кажется, что когда политика у нас уйдет от преследования с автоматчиками, вот с такими по 20 человек в масках, с похищениями, возбуждением из пальца то, чего нету, ну мы тогда начнем, как говорится, демократично работать в политической плоскости. А сейчас я хочу поздравить БПП с тем, что у них голова облсовета отсутствующая здесь в зале, первый зам, губернатор, милиционер, СБУшник, прокурор. Кого еще забыл? Все районные райдержадминистрации. Я их хочу поздравить. Потому что до этого это была партия регионов. А до этого Компартия СССР была. Вот они сегодня, как говорится, такие молодцы. Спасибо. Уважаемый зритель, подождите, пожалуйста, для того, чтобы сейчас не ушла тема. Сейчас Николай Антонович Кравченко, которого сильно повеселил спич Михаила Владимировича, поскольку он явно не считает его равным себе оппозиционером, все-таки ответит на вопрос Андрея Острова, и мы дадим вам высказаться. Пожалуйста, Николай Антонович. Нет, мне немножко развеселило. Мне понравилось это все. Вы говорите, что вот на оппозиционный блок тоже есть там к оппозиционному блоку претензии, какой-то каток катится на них.
Но он мимо оппозиционного блока прокатился и докатился до вас. Почему так? На меня никаких нет наездов, меня не проверяют. Я не ворую. А не вы сейчас вдруг потеряли должность руководителя театра? Нет. Хотя я знаю, коллектив вас прекрасно реагирует на вас. Скажу. Вы прекрасные постановки. Не репрессии ли то, что вы потеряли эту должность? Я скажу вам. Во-первых, я не вот вы опять вы вводите в заблуждение людей. Я не потерял должность. Прекрасно. Я являюсь действующим художественным руководителем Николаевского академического художественного русского драматического театра. Я ее не потерял. Другое дело, что интриги демократических сил дошли до театра. У меня есть здесь записи, я их покажу. Вот. Но это разные вещи. Меня никто не проверяет, меня никто не инспектирует. Я проработал 25 лет руководителем театра, у меня нет ни одного выговора. И у меня нет предписаний КРУ, то, что проверки делали. Нет у меня этого, я не ворую. Я в оппозиционном блоке. Воровал только Янукович один за всех и сейчас прячется в России. Ради бога, это его проблемы. А три это года ваша политическая сила, не вы. Слушайте, вы у меня такое впечатление, у меня такое впечатление, что вот вы сидите в на прием к онкологу и соревнуетесь, у кого более тяжелая форма рака. Вы спрашиваете, чем занимается депутаты областного совета. Вот этим и занимаются. Отлично. Тогда я с удовольствием передаю слово нашему зрителю. А мы уже как бы получили определенный слепок наших традиционных сессий. Вот мне уже пишут, у вас тут бенефис Соколова и Кравченко. Я думаю, что подключатся все-таки еще два наших эксперта, но чтобы хотя бы уже квартет мы сыграли. Чтобы мы сыграли квартет, хотя, в общем-то, если вспомнить Крылова, опять-таки возникают опасные ассоциации. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать за работу областного совета. Я вам хочу сказать, что они работают неплохо. И новый губернатор неплохой человек. А в отличие от городского головы Сенкевича, я обращаюсь к Михаилу Владимировичу. Замечательный человек, замечательный депутат. Что бы там на него ни говорили, он не прячется за чужие спины. Он говорит всегда правду в глаза. И я вот хочу обратиться. Я была на приеме у нашего губернатора, у этого мэра, и единственный недостаток в облсовете. Вот сделали эту горячую линию. А я попросилась на прием к губернатору. Предоставила все документы. Где я была? В каких службах? У мэра. И написала, вот когда я побывала на приеме у нашего Сенкевича, вы знаете, я 2 дня вызывала ли мне скорую, потому что мне так приняли, как будто я побывала на приеме у Иосифа Виссарионовича. Все, большое спасибо. Извините, пожалуйста, но ваше время уже закончилось. Если бы Александр Ухмановский не присутствовал здесь, я бы подумал, что он точно сменил пол и звонит нам с той стороны. По крайней мере, антисенкевичевский накал чувствуется. Александра Финькова, пожалуйста. Запись. Так, позвольте мне как психологу пройтись сразу с любимых позиций, с которых я, как бы, через которые я фильтрую то, что слышу, когда только начинаю общаться со своим там, клиентом потенциальным, например. Мне всегда интересна идентификация человека, кем он себя считает, какие роли он на себя берет, и тот уровень ответственности за результаты и за течение своей жизни, и тех, кто от него зависит, он тоже на себя берет. Вот из услышанного я не поняла, кем вы себя считаете. То есть я просто услышала, что есть какая-то некая власть. Удивительно, облсовет, а власть, она некая какая-то другая. Что есть какие-то некие политики,
а вы тогда, извините, кто? То есть очень такой спич, он, может быть, работает во время предвыборных для обиженных, расстроенных людей, не умеющих фильтровать информацию. Не та аудитория, это звучит очень смешно. Не позабавили, спасибо кусавшему людям вечером, хороший источник положительных эмоций, но у нас уровень повыше, ну, неприятно. Вот. И по поводу ответственности. Был задан же очень простой вопрос моим коллегой. Что вы делаете, что вы считаете нужным делать? Куча пены, никаких пунктов. Это уже не работает. Люди, прошедшие предыдущие несколько лет новейшей истории Украины, очень жестко и требовательно относятся к фактам, словам и формулировкам. Вы отстаете, вы опаздываете лет на пять. Давайте так, чтобы сейчас нормально вопрос, я так понимаю, общий, и чтобы, опять-таки, ну, наши наиболее активные, ну, просто так обычно бывает у нас, Михаил Владимирович и Николай Анатольевич, как бы не устроили опять бенефис, и зрители наши как бы услышали всех. Нам помолчать, нет, спасибо. Нет, пожалуйста, послушайте меня до конца. Я предлагаю по две минуты сейчас всем нашим участникам, для того, чтобы они равноправно ответили на этот вопрос и одинаково выглядели бы вот в глазах тех, кого интересует ответ на вопрос, заданный Александром Финьковым. Пожалуйста, хорошо, Геннадий. В чем вопрос, в частности, еще раз? Кем вы себя считаете? Властью, некими простыми людьми, политиками. То есть, кто вы лично и что вы делаете? Вот смотрите, в 2015 году мы пошли на выборы. Да? То есть категория, я пошел от баштанки. То есть я понимаю ситуацию на месте, я знаю, чем живут люди сегодня, я знаю, что им нужно, я знаю проблематику непосредственно на месте. И я понимаю, что есть местная власть, которая где-то недополучает информацию, где-то нет возможности на областном уровне решать их вопросы. Поэтому мной было принято решение пойти в областной совет как депутату для того, чтобы можно было лоббировать интересы баштанки на областном уровне. Это я уже потом узнал, что есть коммунальные предприятия, которые принадлежат областному совету и которые нужно также, которые находятся в частности Теплокоммунэнерго Николаевская, да, которые мои избиратели не имеют к нему никакого отношения, но тем не менее мы как областной совет непосредственно должны в этом участвовать. Также это аэропорт и так далее. То есть много моментов, которые мы как, я как представитель громады от баштанки должен решать здесь на месте. То есть моя основная задача — это решать вопросы своих избирателей на областном уровне. Вы себя относите к власти? К политикам? Вы себя считаете властью, политиком? Вы знаете, я слово «политик» не люблю, потому что это в основном ассоциируется с какой-то болтологией. Печально. Спасибо. К сожалению. Спасибо вам, Надежда Валерьевна, пожалуйста. Печально, наверное, я сегодня только что слушала спич о репрессиях и думаю там, боже, я как руководитель хозяйства получаю за последний год куча запросов из полиции, куча каких-то разных, я не жалуюсь, я не говорю, я же не оппозиция, я, наверное, не имею права жаловаться, что меня как предприятие проверяют, там еще что-то происходит. Есть какая-то хозяйственная деятельность, есть какая-то жизнь, не вся она зависит от того, что мы депутаты облсовета. Считать себя политиком, я, наверное, еще не дозрела до политика. Я понимаю, что еще, вот, еще немножко, наверное, надо расти, и где-то я что-то, наверное, гадостей каких-то не понабиралась, может, где-то чего-то еще во мне от политика не хватает. Считать себя в полной мере властью, да, я понимаю, что облсовет наделен определенными владными повноважениями, да. Я понимаю, что мы их осуществляем с одной стороны, с другой стороны, в полной мере власть у себя не считать, не ощутить. Я вот сегодня понимаю, вот сидя здесь в аудитории, продемократическая только, получается, партия БПП, ну так тогда позвольте, тогда нас 17, мы в меньшинстве. Какую мы играем лидирующую скрипку, что мы такого вот решаем за весь облсовет. Ну вот сейчас по передаче у меня сложилось, что только БПП есть власть, всех остальных вот как-то гнобят, всех остальных как-то власть вот давит. Ну, все остальные, кроме БПП, себя властью не считают почему-то, исходя из того, что происходит. Но тогда по этой логике мы-то в меньшинстве. Ребята, собирайтесь и решайте. У вас хватит голосов, ну так?
Поразительно, поразительно. Но... Вы в меньшинстве абсолютно. Вы вокруг себя сформировали коалицию. Если кроме партии БПП, ні Батьківщина, ні Опоблок, ні Відродження, ніхто остальной себя не считает властью, то тогда мы в меньшинстве. Надежда Валерьевна, вы знаете, мы специально перед началом программы, готовясь к программе, мы анализировали, вот спасибо Михаилу Владимировичу, ну я так понимаю, в общем-то ваша инициатива была, когда появилось вот это поименное голосование наконец-то, да, в сессионном зале. Очень легко сейчас проверить, кто как голосовал, да. Так вот, практически все хозяйственные решения, ну, кроме совсем уж явно политических, типа там, кого поддерживать, там, ДНР, ЛНР, или, я не знаю, там, еще кого-нибудь, или там, не поддерживать, или там, выразить негодование по поводу стрельбы депутатом Пашинским, да, там, ну, кстати, такой вопрос тоже рассматривался на одной из комиссий, мы еще об этом поговорим. Так вот, кроме вот таких вот вопросов, фракция БПП и фракция «Оппозиционный блок» демонстрируют ну, просто трогательнейшее единство. Можно сказать, сливаются в экстазе. Кстати, вспомним голосование по пресловутому «Карьеру». Это было ярким примером абсолютного отсутствия каких бы то ни было разногласий между вами. Так что я думаю, что на самом деле у вас там ситуативное большинство, Николай Анатольевич. Я бы на ваше место тоже не записывал себя в оппозицию. Ваши две минуты. Спасибо. Тут надо разобрать все-таки, разделить вопросы. Что такое оппозиция? Вот смотрите, выносится вопрос о увеличении денег на питание, на детское питание. Что должна делать оппозиция? Голосовать против этого? То есть какие-то вопросы, в основном хозяйственного плана, в которых действительно мнения у нас сходятся. Есть вопросы, которые не сходятся. Тут надо разделить, в чем вы, эксперты, в чем вы считаете, что оппозиция должна быть оппозицией, а вот это вот как бы проевропейское. Я вот не понимаю, что такое проевропейская фракция. Ну, у нас вот Парасюк – это проевропейская фракция, или Семен Семенченко – это проевропейская, Черновил – это дама, это все проевропейские. Я не хочу туда, в Европу, и с ними не хочу, мне с ними стыдно идти в Европу. Это проевропейцы. Так вот, надо в конечном итоге определиться, или сделать определение, что это такое, в чем суть проевропейщины. Или про европейскости. И в чем суть оппозиционности? Об оппозиционности говорили вы. Я спросила очень простую вещь. Кем вы себя считаете и какой объем ответственности вы на себя берете? Я вам скажу. Я вам на это точно отвечу. Я считаю себя специалистом своего дела. И в первую очередь, и больше времени я уделяю работе в театре, воспитанием актеров, это 7 часов рабочего времени, в том числе суббота и воскресенье. И периодически, вы здесь, как депутат облсовета, это не для бедных. Вы себя считаете я должен как властью, профессионал... вы себя сейчас считаете политиком в разрезе облсовета. Вы кто? Вы власть, вы политик или вы так покурить вышли? Понимаете, вы что такое власть? Я не власть. Я не власть. Я не власть, потому что есть исполнительная власть, а областной совет, если взять его полномочия и взять полномочия в рамках государственной политики, он не очень много решает вопросы. Мы обращаемся с письмами к премьер-министру, к президенту, к парламенту о том, что, пожалуйста, не снимайте мораторий на вывоз леса кругляка, не снимайте мораторий на продажу земли. Мы выступаем в качестве просителя в данном случае по отношению к верховным организациям власти. Первое. Второе. Депутаты областного совета, основная задача депутатов областного совета рассматривать и регулировать областной совет, то есть областной бюджет. Вот это мы делаем. И делаем все добросовестно. Да, я понимаю, кто-то в областной совет пришел и тратит очень много времени, потому что у него есть конкретный интерес что-то из этого поиметь.
Меня вы спросили. Ничего. Ну, я говорю кто-то. Я же не говорю кто-то. Вы же, я трачу много ну, извините. Вот. У кого-то есть конкретный интерес. Финансовый, карьерный и прочее, прочее. У меня таких интересов нет. Николай Анатольевич, спасибо. Подождите, давайте Михаил Владимирович не получал. Михаил Владимирович, ну поскольку у вас всего 2 минуты не получится, я своей воле 3 даю, ну, пожалуйста, в них вложитесь. Подождите, Андрей, даже помолчать, секунду. Не-не, пожалуйста, всем поровну. А можно уточнить? Я, к сожалению, с очаровательной дамой, которая задала вопрос, не был знаком до сегодняшнего дня. А кто вы по профессии? В связи с чем такие вопросы? Я психолог. А, то есть вас пригласили диагнозы поставить? Нет, ни в коем случае, психолог не ставит. Очень приятно, да. Я психологу тогда хочу ответить. О том, что Батьковщина — это политическая сила. Вообще не интересно. О том, что, ну, мы же общаемся, наверное, у нас диалог какой-то. И вы немало времени посвятили вопросу, который был обширный. Я могу помолчать, я могу не отвечать на ваш вопрос. На мой вопрос вы сейчас не отвечаете. Вы опять говорите свой монолог, а не ответ на мой вопрос. Слушаем. Михаил Владимирович, просто единственное, пожалуйста, уделите вашем ответе, уделите, пожалуйста, место ответу на вопрос, кем вы лично себя считаете в областном совете. Я именно на вопрос на этот и хочу ответить, потому что я в данном, как говорится, кресле и при исполнении данных обязанностей, делегированных мне избирателями, я являюсь представителем политической силы и политиком. Все мои коллеги, члены партии, являются политиками, так же, как и я, во главе с Юлией Владимировной, там, нашей фракцией и так далее. Мы, безусловно, являемся, учитывая, что власть — это как инь и янь. Мне очень нравится, в Конгрессе США, например, есть скульптура огромная, в которой власть представлена в виде подвешенной такой платформы с противовесами, а в эти противовесы упираются горы, это гражданское общество, и пресса, и так далее. Эти противовесы балансируют между собой. Сейчас демократы проиграли, они в оппозиции. Республиканцы выиграли, у них и президент, и Конгресс, и Сенат. Мы сегодня власть оппозиционная. Мы власть оппозиционная. Мало того, коалиция сформировалась в 2014 году, в которой Батьковщина, Самопомощь, Народный фронт и Блок Петра Порошенко вошли. Мы, как зеркало всеукраинских процессов, создали коалицию в лице руководителей фракции Блока Петра Порошенко в нашем Николаевском областном совете, были властью не оппозиционной, совместно строили ассоциацию с евроинтеграцией. Вот. Но почему-то Блок Петра Порошенко в одностороннем порядке принял решение, что Батьковщина больше не союзник в Николаевском областном совете. Начались преследования, провокации, работники правоохранительных органов всяческим образом действовали. Я желаю, чтобы вам в рамках вашей профессиональной деятельности психолога никогда не забегали с автоматами 20 человек по какому-то заявлению соседа к другому соседу. По ошибке, но при этом не забирали всю документацию. Я вам советую, чтобы к вам как к психологу, и я очень стремлюсь, чтобы мы как политики смогли этого добиться, не садились с ножом в машину, не уезжали и через сутки не выбрасывали вас в посадку. И потом не уезжали на вашей же машине в неизвестном направлении, в перчатках, масках и так далее. И я рекомендую вам, как психологу тоже, чтобы не сталкиваться с другими неприятными процессами, с которыми мы теперь, как оппозиция к власти, но представляя оппозиционную часть власти, сталкиваемся каждый день. Спасибо огромное. Короткий комментарий Надежды Валерьевны, и потом Андрей. Облсовет – это местный орган власти, призванный прежде всего решать вопросы на местном уровне, а не играть в политику, решать хозяйственные вопросы. Идя в облсовет, я даже не подозревала, что будут, но настолько мне всегда казалось, и как показывает история, наш облсовет, наверное, первый, который обсуждает политические, в большей степени политические принадлежности, еще чего-то. Облсовет, депутаты, они каждый от своей громады, но практически все пытаются, большинство из нас, на округах работать плодотворно, решать проблемы и округа, и громады в целом, и области. Я не понимаю, когда заходит речь о том, что вот вы от той партии, вы от этой. Мне кажется, что есть общие интересы нашей громады. И здесь уже любые политические флаги, окрасы, они неуместны просто. Спасибо. Спасибо, Андрей, и потом Игорь Пух. Есть такое понятие — когнитивный диссонанс. Вот у меня сейчас вот он реально был.
Я просто, у меня ощущение было, что у меня голова лопнет от ну, просто парадоксов у меня в голове. Вы оппозиция, вы оппозиция, вы оппозиция. Вы власть. Вы знаете о том, что вы вообще все решения принимаете? Да? Конечно. Вы все, вот БПП 17 человек, они принимают все решения. А вы потом говорите, а давайте проясним, что такое оппозиция. Так было? Да. Так, то есть вы назвали себя оппозицией, а потом решили прояснить этот вопрос? Нет, я задал вопрос. Что вы хотите от оппозиции? Так вот я вам отвечу, что такое оппозиция. Вот, оппозиция это сила, которая предлагает достигать тех же целей иными путями. Тех же целей иными путями. Давайте я еще раз медленно. Ну, давайте. Бывает. Давайте еще раз. Оппозиция. Это та сила, которая предлагает альтернативное решение для власти. У вас альтернативное решение увеличить питание или стоимость питания для детей альтернативными решениями. Увеличить, например, больше. Ну, извините. Увеличить, например, меньше. Правильно, больше. Секунду. Теперь у вас теперь получается такой парадокс. Опять же, да, возвращаемся к оппозиционности. Да. От чего меня трусить начало. Да. То есть у нас есть БПП, которое, вот Михаил Владимирович сказал, всех рассорило, осталось одно. А, нет, наш край еще там есть, да, вот наш край еще там как-то участвует в процессе. А вот, кстати, вот очень жаль, что нет представителя, спросите его, они власть или они тоже оппозиция? Да их курируют из администрации президента. Вот мы все в курсе. Им квоту отдают. Мы все в курсе, кто там что курирует. Вопрос такой, в результате получается, две фракции являются властью. Ну, правильно, вот, ну, я правильно понимаю, если их курируют из администрации? Это очевидно, абсолютно. То есть... Это реально две фракции, которые принимают все решения областного совета. Или все-таки оппозиционный блок какой-то? Смотрите, у вас, наверное, когнитивный диссонанс. Да. Вы, наверное, давайте начнем с Конституции. Давайте начнем с Конституции, которая, наверное, в Украине немножечко внутри Конституции заложен конфликт определенный. Вот, например, давайте назовем сейчас все вместе кто-нибудь. Кто президент Германии? Президент, не канцлер. Я почему задал этот вопрос? Ну, зато кто президент США, мы все знаем. А кто премьер США? Нет. Понимаете, да? Я о чем говорю? О том, что для того, чтобы человек, чтобы мы с вами сюда пришли, у нас должен быть мощный, сильный мышечный корсет и скелет хороший, хорошо сформированный на хребте, да? Это Конституция. В Америке Конституция президентская, парламентская. Президенту делегированы исполнительные органы власти, внешняя политика, армия и так далее. В Германии президент это человек, который только веночки возлагает, там кому-то улыбается, встречает, провожает. Это канцлерская республика, у них другая модель общества. У нас, к сожалению, есть две вертикали власти. Это вертикаль президентская, достаточно сильная, которую Кучма под себя неплохо выстроил. Кравчук это прохлопал ушами, он не понял, ему подарили, как говорится, власть после КПСС. Аналогичная ситуация у нас почему-то достаточно сильный премьер тоже. Потому что все исполнительные органы фактически ему подчиняются. Губернаторов с ними согласовывают. С премьер-министром Яценюком вынуждены были согласовывать. Он назначал даже своих губернаторов ручкой президента. Поэтому Конституция у нас дает органу два разных, как говорится, скелета с одной головой и с одним народом. И Конституция у нас требует конституционных изменений, это я вам как политик не областного совета хочу сказать, а политической силы. Мы считаем, что рано или поздно, пока мы не придем, мы будем 25 лет бидни бу дурни, дурни бу бидни. Давайте посмотрим на европейскую Польшу, которые славяне так же, как и мы, у которых почему-то пенсия уже более 500 евро у всех, почему-то у них образование бесплатное, и родители не боятся приходить в школу, потому что за счет бюджета их и кормят, и учебники дают, а айпады загруженные с учебниками. У них, если человек заболел, их почему-то лечат всех бесплатно, не надо квартиру закладывать в залог, чтобы раковую опухоль вырезать, и, там, или офтальмологическую операцию и так далее. Вот прекрасный пример Европы, и у них нет ни одного миллиардера, ни одного олигарха. А у нас миллиардеры наставили фракции и хотят быть еще богаче. И у вас когнитивный диссонанс. В связи с тем, что в БПП, во фракции, никто ничего не решает. Поэтому сегодня нет головы фракции, а есть Надежда, которая красиво говорит, улыбается, при этом захватывает земли в Жовтневом районе, чужие. Ну это факты исторические. А все вопросы решаются сверху. Причем один и тот же человек. Михаил Владимирович просто сделал подводку к сюжету. Нашего края и БПП. И они не знают, за что им завтра надо будет голосовать. Они не знают, кого они выдвинут первым замом
к действующему главу облсовета, потому что и глава облсовета от них, и первый зам, но перед голосованием они еще не до конца знали, потому что вверху не решили. Вот в этом конституционная проблема нашего общества, которую надо решать. Спасибо огромное. Сейчас, Аля, а то у нас тут точно вот будет диалог. Пожалуйста, Игорь хотел. Спасибо. Ну, действительно очень интересно вот наблюдать за дискуссиями. Вот. Ну, я не такой продвинутый, как Андрей Остров, как политтехнолог. Ну, это у нас еще один политтехнолог есть. Я не такой продвинутый, как психолог Александра Финькова. Вот. Я скажу по-простому. Вот как я это вижу, да, просто со стороны. Вот что мы обсуждаем сегодня? Мы обсуждаем невозможность или возможность голосования или не голосования. Кто за кого, кто против кого. Вот мы в сюжете видели, кто там кого-то пьяного остановил. Это такой вселенско-николаевский скандал и так далее, и так далее. Там скандал там с руководителем театра, не голосовали, не голосовали и так далее. Что мы обсуждаем? Что это значит все для любого жителя областного центра? Я даже не говорю области. Вот не зря в первом сюжете, да, пока люди не знают вообще ни депутатов, ни чем они занимаются, областного совета. Да? Почему? Очень непонятной функции, ну, во всяком случае, в медиаполе. Непонятной. Что люди видят? Они видят вот эти вот местечковые, абсолютно гнусные какие-то скандальчики, которые там, ну, хихикают, да, люди, вот, ну, видят, покрутят виском. Вот, вот и из-за этих людей кто-то голосовал. Ну, там, я голосовал. А кто это такой? Да ладно, ну голосовал и голосовал. Я уже не помню кто. Дальше. Выражу свое не меняющееся уже достаточно долгое время мнение по поводу политических партий в местных советах. Я категорически противник, чтобы в местных советах присутствовали партии. Потому что это превращается в то, что мы видим на сегодняшний день. Оппозиция, не оппозиция, власть, не власть, никто ничего не понимает, кто оппозиция, кто власть, кто за что голосует. В результате нет ни одного явного конкретного результата. И еще одну вещь, третью скажу очень коротко. Человек – существо тактильное. Пока он не пощупает то, что ему сделали на его округе, возле его дома, в его подъезде, ну, условно говоря, да, он никогда никого не запомнит, никогда никому не поверит, и будут такие же результаты, как в первом сюжете, когда людей опрашивали, кого вы знаете из депутатов областного совета. Спасибо. Тут вот пишут наши зрители, оппозиция во власти. У меня мозги скручиваются. Андрей, у вас ни одного когнитивный диссонанс. А Михаил Владимирович замечательно подвел к сюжету, который я, в общем-то, хотел представить, возможно, чуть позже, потому что вот у меня уже просто разрывается Facebook. Кстати, напоминаю, уважаемые зрители, что ваши вопросы можно задавать не только звонками сюда в прямом эфире, но и писать на Facebook. Я с удовольствием прочитаю, отвечу, озвучу. Так вот, спрашивают, в последнее время появился целый ряд публикаций относительно вашего рейдерства. Так это как бы нет дыма без огня или действительно, в общем-то, это тоже вот те самые политические заказы, катки, которые, о которых говорил Михаил Владимирович, они и до вас докатились. Ну, может быть, знаете, так с колеи соскочили, целились, может быть, в оппозиционный блок, а у нас дороги-то, сами знаете, разбитые. В кювет съехали прямо на Золотой Колос. Давайте посмотрим сюжет по этому поводу, будет что комментировать. Жителі села Михайло Ларіне чекали розпаювання землі доволі довго. Заповідні земельні акти вони отримали у 2010 році і передали їх орендарям Михайлу Любченку та компаньйону Олександру Котовичу, який незабаром пішов з агробізнесу, і Миколі Васильєву. Час минав, земля оброблялась, хоча й не вся. Сільгоспвиробники отримували прибутки. А от щодо розрахунків з пайовиками почали виникати проблеми. Принаймні, в одного з фермерів – Миколи Васильєва. Так кажуть люди, нарікаючи, що умови виконання ним договорів оренди їх не задовольняли. Абсолютно не задовольняли, тому що він постійно з нами саме пізніше розчитувався, ходили з нього гроші, треба було, і все, ми вибивали це все з нього насильно. Хоча він віддавав, да, але віддавав з великими проблемами. От таким запізненням, і навіть коли 4 часа утра, коли сільської ради стояли, займали, палили костер, бо якоби вони мали нам привезти гроші. Це було таке.
Василь з нами не розчитувався так, як положено. Во-первых, ми стояли в очереді, щоб отримати той пай в кінці року. То стояли, ждали люди по півдня, поки отримали ми ті гроші. Терпіння людей луснуло, і в лютому поточного року вони виявили бажання змінити проблемного орендаря. Зібралися на сходку. Приїхало районне начальство та народний депутат Жолобецький. Дискутували довго і емоційно. Інколи не по темі. На жаль, не обійшлося без політики та бруду у окремих заявах. Але переважно більшість з 40 присутніх на зборах бойовиків цікавила все ж таки подальша доля їхньої землі. Цікавило тільки одне питання. Як здихати з цього фермера Васильєва і ті землі, які то саме є, що належить їм, а він не обробляє, там не розкорчовує, не вирішує ніякі питання, не платить ніяких їм самих паїв. Як забирати у цього і пристроїти десь чи до Любченка, чи до когось іншого? Жолобецький, правда, розумно, тактовно сказав, ну що ж, це те питання треба вивчити, але разом ти я вам сказав, що пайовик сам розпоряджається своєю землею. І люди почали приймати рішення. Зокрема, чимала кількість пайовиків Миколи Васильєва виявили бажання передати свої земельні наділи до товариства «Золотий колос». І все було б добре, аби не заява сільського голови Михайла Ларіна, яка оприлюднила в одній з обласних газет інформацію, що пайовики почали звертатися до неї зі скаргами. Мовляв, до них приїздять додому, садовлять у машину і змушують підписувати договори. На питання, що це таке, підпишіть і вам дадуть гроші. Так пояснювали в машині. Люди не хотіли підписувати, вони сказали, ми все одно вас сюди заберемо. Якщо ви не підпишете, у вас заберуть землю, якщо ви не підете з нами. Ну і таке, в людей піднімався тиск, всі зверталися в нашу амбулаторію. Це були в основному пайовики Васильєва. У нього ще договір дійсний, ще майже 2 роки, якщо не більше, якщо я не помиляюся. Інші пайовики теж казали, що до них були телефонні дзвінки, що переходьте до нас. Заява серйозна, тож наша знімальна група не могла залишити її поза увагою. І оскільки документального підтвердження своїх слів Віталія Курганська не надала, ми також пішли до людей послухати, що ж вони кажуть. Ніхто нас за руки не тягнув, всі ми йшли самовільно, добровольно. Я, наприклад, і мої діти так кажемо, треба, щоб ми мали трохи прожити. Я живу на одну пенсію 1301, мені дуже тяжко. Надія Валерівна нам пообіщала, що буде давати 2000 за гектар. Ми всі согласилися і так люди оце всі рішили йти до неї. Ми рішили йти до неї. То, що нас говорять, що заставляють рейдерські якісь, от як в Южній Праді було написано, що рейдерські от ці напасті і захвати там от це, чи що, то це все враньо. Самі хотим, самі віддаємо. Люди на селі добре вміють рахувати. Рішення, як бачимо, також приймають самостійно з огляду саме на розрахунки. Вони відкриті до спілкування з орендарями, але хочуть чути конкретні цифри. Можливо, саме тому, зокрема у Михайла Любченко, не склалася розмова з жителями села Капустина. На 1000 більше. Він просто на 1000 більше я буду вам платити. От Надежда дає, а я на 1000 більше. Все. Ми розвернулися і йшли. Я далі не слухала його, з ним не розмовляла. Кожен має право вибору, кому здавати в оренду свою землю і за якою ціною. І ніхто не має впливати на прийняття такого важливого рішення. Тож люди, які виявили бажання працювати з «Золотим колосом», спершу уважно вивчили попередні угоди та зробили свої корективи. Ми зібралися, перечитали договір, який вона нам пропонує, зробили виправлення там, виключили про суборенду, пункт убрали взагалі. Вони приїхали з договорами, ми перечитали їх, попідписували. І віддали її. Він б'є на те, щоб був один хазяїн в селі. А нам треба, щоб була конкуренція, щоб люди могли щось бачити. Більш того, люди незадоволені конфліктними ситуаціями між орендарями ще й через те, що на дворі весна. Земля чекає обробітку. А збирання та розповсюдження пліток сільськогосподарському процесу лише шкодить. Вони оці склоки роблять, зараз треба землю обробляти, сіяти, щоб щось було, а вони ерундою страдають. Ну не знаю, з чим це воно все кончиться. Хотілося, щоб було б дружно і мирно. Якісь є питання, які, десь інтриги. Понятно, що десь інтереси їхні, може бути, збігаються. Але ж не можна вишукувати на цю людину компромат. Давайте будемо і на вас шукати компромат, десь на один на одного. Ну це не можна, це не треба підніматися, опускатися до того рівня. Треба бути вище, достойніше.
сильна людина ніколи не буде опускатися до низості. Так, Надежда Валерьевна, ну тут если послушать, я теперь понял, кто на самом деле осуществил вот этот вот захват Гулина в Еланце. То есть технология, сели в машину, захватили, все. Да, человек 800 с саманушками. Мы тут думаем, что вы вот это вот утренники проводите, понимаете, детские. Да. А вы на самом деле, у вас там, вообще, скажите, боевики или боевики у вас там, кто там? Боевики. Ну, судя по публикациям в «Южной правде», боевики. Пару джипов с автоматчиками меня охраняют неусыпно. Да, вот мне самое интересно, кого... Да-да-да. Уже стоят. Вот. Ну, конечно, мне очень интересно было почитать публикации все о том, какой же все-таки золотой колос... неспроможное, бедное, без техники, непонятно какое предприятие. Я скажу, что сотрудникам моим очень обидно, да, специалистам в том числе. Скажу, в чем ситуация, могу даже сказать. И не собиралась никуда идти, ни в какое Марино. От пана Любченко почти год депутатской деятельности, от него обороняла Васильева, причем пыталась Васильеву вставить мозги, сказать, иди к людям, побеседуй, добавь арендную плату. Ну, держись на месте, как коллеги в районе. Но у нас, правда, в районе давно ни аграриев не собирают. Если лет 5-10 назад было какое-то сообщество, была какая-то дружба, руководители как-то дружили, помогали друг другу, была взаимовыручка, взаимопомощь, бизнес-интересы сегодня, ну, остались, конечно, но это уже, ну, не район в том моем понимании, которым был. И я считаю, что один у другого земли не должен забирать. Но если глянуть в единый реестр судовых решений, то Михаил Трофимович действительно пытается делать доверенности и судиться, и расторгать договора Васильева, начиная с 2015 года. То есть 2015-16, что-то там переносится, какие-то ухвалки и так далее. Человек попытался туда зайти, я попыталась оборонять, честное слово. Но ситуация с Василием накалилась до той степени, что люди все равно решили уходить. Это в том числе мои выборцы, это мой округ. Поэтому вы решили подписать с ними договор от своего предприятия. Меня то Любченко есть вы перепутали личные интересы. Меня Любченко вынудил. Что мы обсуждаем? Бизнес БПП-шника. Мы обсуждаем, я сказала людям. Михаил Владимирович, я вас не перебивал, попрошу делать то же самое. Я не перебиваю, я комментирую просто. Комментируйте тихо там в интернете. Я освободил вам поле такое, что ли. Я могу сказать, что я не путаю никакие интересы. Ситуация вынудила. Я людям сказала, кто куда хочет, с кем хочет. С Ивановым, с Петровым, с Сидоровым, с Любченко, с Новодесским элеватором, с Сидкорном. Сегодня активно желающих сегодня прийти на землю, поверьте мне, немало. И они предлагают условия. Не я одна. Я сказала людям, что вы будете иметь право выбора. То насчет того, что там договора имеют действие или не имеют, вопрос достаточно спорный, и мы пойдем в суды. Почему? Потому что договора-то уже закончили свое действие, но они действуют с момента регистрации, а зарегистрировали их после подписания более чем через 2 года. Но в законе есть другая норма, есть сроки на регистрацию с момента подписания. Поэтому вопрос достаточно такой спорный, обязаны ли люди быть еще с Васильевым или уже нет. Потому что можно и через 5 лет после подписания договора пойти зарегистрировать и бессовестным образом себе продлить договор еще на 5 лет. Это правильно или неправильно? Люди здесь заложники ситуации. Если говорить о том, что я такая бессовестная воспользовалась ситуацией, хожу по дворам, забрасываю лично всех в машины, заламываю руки. Честное слово, проследив мой вообще график жизненный, я себе просто по времени, опять же, чистая математика, когда это успевает. Я же лично это делаю. И много вообще других вопросов. Показывали ситуацию. Интересно, что когда я вывозила делегацию, была в командировке, воспользовавшись тем, что нету, в мои села приходил Михаил Трофимович без каких-то... Я просто дам на 1000 больше, чем Иванова. Мои люди слушать не захотели. Наверное, потому что я такая плохая хозяйка. Наверное, потому что я так плохо с людьми обхожусь, рассчитываясь и не умею. Мы слышим, да, в мои села. В те села, в которых я работаю. Те села, в которых я живу. Мои родные села.
Давайте послушаем нашего зрителя. Во всех селах вы родились одновременно, Надежда Валерьевна. Михаил Владимирович, давайте посмотрим. Это села моего сельсовета. Давайте посмотрим. Они мои родные. Я это там те живу, села, работаю. Которых многие хотят подписывать договора. Я не знаю фамилии этих бизнесменов абсолютно. Многие хотят подписывать договора, есть конкуренция, но вы там депутат. И поэтому договора именно вы и подписали. Великолепно, аплодисменты в студии. Михаил Владимирович, давайте послушаем звонок зрителей. Я просто хотел, может быть, это какое-то отношение имеет к нашей дискуссии. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, шановна студия. Добрый вечер. Мене звати Володимир Андрійович, я житель села Пересадівка Жовтневого району. Ну це колишній Жовтневий, сьогоднішній Вітовський район. От, там запитували людей, хто знає свого депутата обласної ради. Так наш Вітовський район Надію Валеріну Нову, свого депутата обласної ради, знає вже 5 років, хоча вона в депутатстві стала тільки 2 роки. Ця людина вкладає все свої можливості на запроси селян. От. І в театрі Чкалова возить делегації ветеранів, дітей всіх на світі, і допомагає людям, і дітей вивозить на різні там заходи, які є тільки в області і в місті Миколаєві. І тому дивно чути такі от виступи, такі наїзди Любченка і його прихлібателі по поводу Надії Валеріни. Я ніколи не повірю, що Надія Валеріна захвачує чиїсь землі. В неї, слава Богу, хватає своєї землі, і бойовики її задоволені, і люди, жителі всього Вітовського району задоволені її діяльністю. Вона всім допомагає, і вона допомагає не з бюджетних коштів, а з своїх власних, зароблених власною працею. Її, як депутата обласної ради, ми дуже шануємо, дуже розуміємо. Завтра в нас день звільнення села буде відмічатися від німецько-фашистських загарбників. Вона буде на цьому святі, буде присутня, буде зустрічатися, буде говорити, буде спілкуватися. Дякую, дякую вам, шановна глядача, але ваша хвилина вже давно закінчилася. Отже, є позиція. Ну, до речі, приємно, що все ж таки практично щодо кожного з наших гостей є люди, які хочуть сказати якісь добрі слова. Я впевнений, що, напевно, і Геннадію Рубському, і Миколі Кравченко також, ну, є люди, які хотіли б за щось подякувати. Будь ласка, панове, телефонуйте, для того, для цього і в нас існує наш прямий зв'язок. Володимир Галасюк щось хотів сказати. Будь ласка. Ну, по-перше, Михайло Володимирович, у мене до вас питання, яким чином, от як ви бачите, яким чином може депутат обласної ради, користуючись своїм мандатом, схиляти людей на свій бік, ну, тобто в них забирати, використовувати свій мандат для того, щоб збільшити обсяги своєї землі. Ну, мені просто цікаво. Тому що, так, добре, але це ще якби не все. І я би ще хотів просто прокоментувати, як журналіст, ситуацію саме з Южною правдою. Знаєте, 4 статті, я їх читав усі. Ну, що можна сказати? Однобоко – це не те слово. Розумієте? Чомусь другої сторони не було зовсім. Як людина, яка працює в журналістиці вже 20 років, можу сказати, чому. Тому що є замовлення. Є замовлення, за яке або заплачено, або яке, за яке домовлено. Ну, тобто, я не знаю, я їх свічку їм там не тримав. От, справа в тому, що, розумієте, це в журналістиці називається така класична махрова джинса. Просто ти поливаєш брудом людину, тобі за це платять гроші, і все нормально, ніяких проблем немає. Чому не було представлено, мене як журналіста цікавить, чому не була представлена точка зору іншої сторони? Ну, я перепрошую, ви знаєте, в одній із статей в останній написати в кінці газета надає можливість висловитися і іншій стороні, ну, то вибачте, знаєте, з одних взяти гроші, і потім з інших взяти гроші, і бути взагалі таки в шоколаді. Ну, справа не в цьому. Тобто це моральну сторону своїх колег я обговорювати не хочу. Але знову ж таки, факти. Розумієте, можна говорити все, що завгодно. В одній з статей написано, наприклад, у нас є свідок, який нам сказав дуже серйозні факти, але в силу зрозумілих обставин він не називає своє прізвище, тому що боїться за своє життя своїх близьких. Дуже зручна позиція. Свідок є, але ми його не надамо, тому що боїться він. Розумієте, ну от ситуація взагалі дуже складна. Насправді, і я не знаю, яким чином, от, ну по-перше, дійсно, я хотів би почути відповідь на своє запитання, а по-друге, ну люди добрі, ну треба ж якось давати висловитися всім можливість.
Дякую, Михайло Володимирович. Було Спасибо. Декілька питань, я думаю, що 3 хвилини. Я начну з кінця, я, к сожалению, не читав цю газету, я просто отримав кілька обращений, може бути, як і багато депутати облсовета, і не хотів би обсуждати зараз Надежду Валерівну, тому що, коли була партія регіонів, вона від них пыталась балотуватися і агітувала. Коли Батьківщина прийшла к власті в коаліцію, вона від Батьківщини видвигалась. А когда уже выиграл выборы Петр Алексеевич, она пошла от БПП. То есть это такой человек, который гибко ориентируется, как говорится, на власти, и от власти действует. Но хотел бы я сказать о другом. Вы задали очень интересный вопрос, как так может быть, что депутат по данному округу увеличивает свой бизнес. Вот мне кажется, да, благодаря мандату. Не про Надежду Валерьевну хочу говорить, а в принципе об этом. Вопрос великолепный, очень правильный в контексте сегодняшней нашей встречи об облсовете. Мне кажется, что любой депутат районного совета, областной рады, Верховной рады, который приходит по округу и бизнес его становится лучше, он не политик. Он просто занимается завуалированной коррупцией. Это в рейдерский способ, это в иной. Он делает вид, что делает людям подарки на Новый год, тут же увеличивает площади своей земли, там одна тысяча гектар превращается в 2, 2 в 3, 3 в 4, у чужих земли подписываются. Мне кажется, это категорически неприемлемо. Мне кажется, если депутат сугубо политическую стезю преследует, то он должен быть вообще в стороне от любых личных интересов. Если депутат пришел из бизнеса, у нас есть такие, они не закрывают предприятия. Эти предприятия работают, ихний бизнес не увеличивается, не растет за счет тендеров или площадей земли, или еще чего-то, за счет его депутатской деятельности, а просто, как говорится, сохраняется в той позиции, в которую он зашел. И точка. Это, мне кажется, правильно, это естественно, это органично, это в законе о борьбе с коррупцией, например, прописано. Вот видите, наш уважаемый Николай Антонович, фактически, мое мнение, что мне так показалось, что он попал под репрессии. Партия регионов была во власти, он как профессионал при них сохранился директором театра 20 там какой-то год. Сегодня партия регионов и оппозиционный блок, который преемником ее стал, и ценности партии регионов, сошли с арены, и он потерял, хотя, наверное, был бы прекрасный руководитель театра и дальше. Вот у меня такое впечатление, что с ним, как говорится, расправились за его политические взгляды. Был бы он нейтрален, он бы, наверное, дальше руководил театром. Самое забавное, что на последней сессии под личные репрессии Николая Антоновича попал Николай Семенович Берсон. Так что я должен сказать, что тут, в общем-то, если знаете, пони бегают по кругу. Это уже вопрос? Нет, это заметка на полях. Сейчас я дам возможность. Давайте послушаем зрителя. Дорогие зрители, это неправда, то, что сказал Ярослав Владимирович, это ложь. Дальше, пожалуйста. Хорошо, я сейчас попрошу, найдут сюжет о том, как происходило голосование. Да. Пожалуйста, уважаемые зрители, говорите вы в эфире. Скажите, пожалуйста, я проживаю в городе Николаеве. А вот в Новоодесской области проживает моя сестра. Я боюсь даже назвать ее фамилию, потому что мы обращались в Киев по поводу орехов. Был захват орехов. Никаких документов у них нету. Они спокойно крышевала и милиция, и прокуратура наша. И даже когда мы обратились, чтобы решили этот вопрос, у них были фальшивые даже документы. Ну так, как они собирали этот орех, им получается, когда они собирали этот орех, они давали тому, кому надо, в Новой Одессе, и получалось тем, что они продолжают эти действия. В этом году этот орех остался половина не собранный, люди остались без копейки денег. Вот смотрите, разве так можно делать? И вот сейчас сидит эта женщина, я ее, конечно, не знаю, и улыбается, говорит, да, рейдерские захваты. Она знает, как по селам живут эти люди? Спасибо. Спасибо. Я так понял, что просто сама суть вопроса не очень понятна. И наши гости, они как раз удивлялись, пытаясь понять, о чем вы говорите. Я попрошу вообще слово модное рейдерство, да? Слово есть рейдерство, и есть слово конкуренция, нормальное в бизнесе.
Конкуренция. То есть, если бы я не была депутатом облсовета, то, что до этого происходило, приходили ко мне люди, заключали мы договора, это была конкуренция, никому не было интересно. Теперь, поскольку я депутат облсовета, и оказывается, чего-то там, я даже не помню, где мой мандат лежит, ну, наверное, в сейфе вместе с остальными документами, да, и каким-то диким образом я использую и на округе, и не на округе, и вообще не понимаю, как, работая с людьми, в том числе в Баштанке у меня есть земли. Это не мой округ. Почему не рейдерство? Они там у меня уже... Мы прошли через конкурс державный и так далее. Но это было много лет назад. Причем тут рейдерство? Кого я захватываю? Где это? Я так понимаю, что в конце это был укол. Знаю ли я вообще, как живут люди в селах? Поверьте мне, да, знаю. Хожу из хаты в хату, пытаюсь помочь. Я уже списки по, как вы называете, я, да, неправильно, вы по своим родным селам. Есть люди, которые имеют социальный статус и льготу, а есть люди, которые по тем или иным причинам ее не получали. У меня абсолютно другие списки, они со списками сельсовета не сходны. Потому что я понимаю, кто имеет статус, а кто действительно нуждается в помощи. Я из хаты в хату за эти годы выходила столько, что никто не знает, поименно и пофамильно всех знаю. Знаю, как живут и чем и где помочь. И когда вместе со скорой кого где тягаю. Поэтому закидывать не, а когда вижу и когда жалуются. И если к вам приходят, Михаил Владимирович, жалобы, поверьте мне, мне жалоб тоже приходит достаточно много. Я их решаю не в медиаполе, а в рабочем порядке. Будем в рабочем порядке. Вас приглашаю тоже их рассматривать. Спасибо. Итак, я тут... О, Яна Навхатько, да, пожалуйста. Бенефіс. Ми сьогодні багато почули про вашу про європейський настрій. Все так чудово, все так демократично. У мене питання до вас, як до члена облради, як до голови фракції. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію із Танією Поліщук. Чому так? Навіщо? Через що? Смотрите, я отвечу вам в отношении Поліщук. Она не выиграла выборы. Выиграл выборы другой человек в Первомайске. Вот этот человек помог ей выиграть суды. Они прыгнули через голову того человека, который сейчас по списку должен был зайти. Ее привел голова БПП в области. Они были на судах тоже, и был гражданин Ноенец и так далее, и так далее. Гражданка Полищук, прекрасная, уважаемая нами волонтер, которая была приглашена баллотироваться, которой был предоставлен один из лучших округов, которому Батьковщины лучшие показатели. Ну, она там неделю, может быть, там полторы в Первомайске поработала, набрала меньший результат даже, чем партия. И сейчас по списку в окружной выборчей комиссии должна заходить Ольга Подрез, которая давно в партии, за которую больше голосов отдали избирателей, больший процент и так далее. Вот. Но Полищук решила, что ей плевать на партию, ей плевать на избирателей, ей плевать на все, и она пошла напролом через суды в Одессе добиваться себе мандата. Я вижу, кто ее привел. Я вижу, с кем она, с каким представителем власти, с головой, представителем президента. Он, правда, этот парень безграмотный, этот Юра Бирюков, он даже высшего образования не имеет. Но он представитель президента и руководитель блока Петра Порошенко у нас в области. Вот. Он ее завел в Раду, он ей там дирижирует вместе с Нойницем и так далее. Поэтому она депутат, мы не спорили, мы ее уважаем за ее деятельность общественную. Поэтому, если было принято в БПП вместе с Полищук такое решение, это их выбор, пожалуйста, нет проблем. Они напролом полезли, вопреки нормам любым, даже через голову в одного человека в списке прыгнули, которая вдова, ее муж Олег покойный, тоже был членом партии, он возглавлял в Первомайске парторганизацию «Батьковщина», как и вдова его Оля Подрез, которая член партии, это у них семейные, как говорится, взгляды политические. Решили подменить избирателей, пожалуйста, это ее, на ее совести пусть будет. Она депутат, мы даже это не комментировали. Там же была история с подробной відмовою від Поліщук. Смотрите, вы сейчас обманываете. Тобто Поліщук сьогодні в облраді через те, що у нас тут нечесно. Вы сейчас обманываете. Эта история придумана кем-то для того, чтобы оправдать перепрыгивание через голову вдовы, которая честно выиграла выборы.
Никто не подделывал. И я попрошу, пожалуйста, документально подтвердить ту ложь, которую сейчас вы пытаетесь в сторону Батьковщины вылить. Я вам питание задаю. Я хочу, я ответил там вам. Это ложь. Это ложь. Никто не подделывал ее. Я лично с ней говорил и задавал ей вопросы. Тільки через те, що суд не чесний, Поліщук зараз в облраді, так? І там немає в суду. Яна, Михайло Владимирович, я думаю, що ми как бы вже в очень такую частную частность углубились, и как бы это уже вряд ли интересно зрителям. Вы, Яна, задали вопрос, Михаил Владимирович ответил, если хотите как бы углубить дальше этот вопрос развивать, то я думаю, что в принципе есть для этого другие способы. Я хочу... да, пожалуйста, Геннадий. Я хочу сказать по поводу Надежды Валерьевны и ситуации, которая... Я просто хочу обобщить, я понимаю, что здесь такая небольшая перепалочка. Вот. Ну, во-первых, эта ситуация по поводу того, что есть несколько людей, которые могут предоставить такого рода услугу, как обработка земли, да, то есть это в первую очередь хорошо для громады и каждого человека, потому что есть здоровая конкуренция. Это раз. Во-вторых, есть большая проблема сейчас, да, то, что люди плохо информированы по законодательным моментам, если они являются собственниками земли, то уже будьте добры как-то изучить эту ситуацию и так далее. То есть говорят, что вот давление какое-то осуществляется и так далее. Я не думаю, что там была ситуация, которая там приходили и сказали, чтобы любить и так далее. Потому что я знаю, что знаю Надежду Валерьевну со стороны из Баштанской, как бы то, что она является там, обрабатывает земли, и знаю репутацию. Репутация говорит о многом. Вот так. А то, что у нас люди, извините, немножко не информированы, и, пожалуйста, если у вас осуществляется давление, идите в правоохранительные органы и пишите заявление. Я думаю, это сразу сняло все вопросы. Если есть факты. Да. Вот комментарий. Сижу и обалдеваю. Как можно подать один и тот же факт с разных сторон? Понимаю Острова с его когнитивным диссонансом. И еще один очень дельный комментарий. Просто очень хочу его озвучить. Боюсь, что он может нас как-то вот не успеть. Ничего хорошего нет в том, что люди знают депутатов. Это происходит только в том случае, когда депутаты решают элементарные бытовые вопросы. Хочу видеть европейского депутата, который ремонтирует крыши, делает лавочки во два... Хочу увидеть европейского депутата, который ремонтирует крыши, делает лавочки во дворах, покупает морозильные камеры. Ну, то есть я понимаю, что вот зритель хочет, чтобы дебаты занимались ну, на местном уровне, так сказать, местной законотворческой деятельностью. Уважаемые, так, есть, Александр что-то хотел, по-моему, сказать, нет? Саша будет говорить гадости в конце. Александр Влащенко, не могу не дать слово, пожалуйста. Меня уже так... очень часто от представителей определенных там общин, да, там представителей наших интересов, как это принято говорить, вот, от депутатов, либо в личном общении с ними, либо в эфире там телевидения, радио, там со страниц газет, вот слышать такую фразу шаблонную: «Мои избиратели меня избрали, они мне делегировали, они мне доверили». Ну, не знаю, как остальные гости этой студии, участники данной передачи, но у меня это вызывает такой легкий скепсис. Вот. Потому что давайте не будем забывать, что у нас избирательная система построена сейчас таким образом, и избирательное законодательство, что люди голосуют не за людей, люди голосуют за партии. И когда у нас вот в начале передачи показывали ролик, по которому было, становилось понятно, что люди у нас не знают депутатов, кто там представляет, не знают вообще, кто вообще представляет интересы округа, интересы данного человека в областном совете, вот. Мне почему-то кажется, что большинство этих людей с большей вероятностью скажут, за какую партию они проголосовали 2 года назад, хотя это было 2 года назад, чем какой депутат представляет их интересы сейчас, вчера, сегодня и будет представлять еще завтра и какое-то время. Так у нас такая у нас система, такая ситуация у нас в стране. Вот. И понятное дело, вот по областному совету, как уже говорил там, мой коллега, непонятно, чем занимается областной совет. И, наверное, большинство решений, которые принимает областной совет и обсуждает порой часами обсуждает на сессиях, иногда не ясно, каким образом то или иное решение повлияет на жизнь того или иного избирателя. Спасибо. Одну секундочку, Надя, зритель очень долго уже ждет, неудобно. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Ярослав, добрый вечер. Я прошу прощения, я выступала самая первая. И я хочу обратиться к психологу. Какое она имела право, я очень волновалась, и поэтому такая получилась речь. Она меня оскорбила, сказала, что я напустила пену. Я, в отличие от нее, отработала 45 лет и платила налоги. Уважаемая зрительница, вы, наверное, плохо слышали, она говорила совершенно не о вас. Она говорила о тех наших гостях, которых она спрашивала, и с ее точки зрения не получала от них того ответа, который рассчитывала получить. Пожалуйста, если вы приняли это на свой счет, примите наши общие извинения. Александр, быстренько извинитесь. За что? За то, что я не обратилась к зрителю, в следующий раз я обязательно обращусь к зрителю, извините. То есть вы слышали, да? Александра Вадимовна не имела вас в виду. Спасибо. Геннадий, вы хотели что-то сказать? Я хотел ответить на вопрос. Да, конечно, пожалуйста. Ну, во-первых, то, что вы говорите по поводу, что голосуют за партии, я вам скажу, это больше относится к городу. На периферии совершенно другая ситуация, в регионе, назовем так. Потому что там, вот я лично присутствовал, допустим, когда были выборы в местную громаду, на одном из участков голосовали, 90% было проголосовано за одного человека, который представитель был как раз партии «Батьковщина». На другом участке это было чисто потому, что вот это голосовали за человека. Никто партии в регионах, никто не знает. Да, пытаемся, как-то пытались это все навязать на местах о том, что партии, в основном голосуются за человека. И это показывает, в первую очередь, по статистике. Было, да, потому что если было так, то было, допустим, какая-то хоть пропорциональность в этом самом, потому что какая-то партия там имела какие-то четкие там пропорционально одинаковые по всему, допустим, району, Баштанскому, я говорю. По новой, да, избирательной, извини, я перебила, или и дополнить, ну, хочу, что по новой избирательной системе голосуют за личность в составе партии, то есть каждая личность, где-то бренд партии играет, а где-то все-таки личность набирает. В большинстве, да, случаев на периферии, собственно, личность набирает голоса для партии. Почему для партии сейчас важно личностный состав? Я могу сказать... То есть не идеологическая составляющая, а личностный состав. Могу, да, сказать, да, да, могу сказать Александру только, что... Партии нужны. Нет, все нормально. В принципе, вот логика, наверное, у законодателя была в том, чтобы политически как-то структурировать общество и сделать партии ответственными за тех людей, которые там идут, поэтому же эти открытые списки были и так далее. Но на самом деле, Саша, ну вы же не хуже меня следите за тем, что происходит в областном совете. Политического разделения там нету в принципе. И не зная, к какой партии конкретно относится тот или иной человек, по результатам его голосования, ну если только не брать абсолютно абстрактные, не касающиеся жизни в области политические вопросы, невозможно в принципе. Поэтому я думаю, что даже те, кто, может быть, и голосовал за партию, я понимаю, что за Пабло голосовали, да, вот ностальгирующие товарищи, которые, в общем-то, видят свое место, наверное, по-прежнему там под памятником Ольшанцам. И все еще остались в том 2014 году. Но, в принципе, вот во всем остальном, это действительно было голосование за личности. Потому что спроси людей на улице, ну, поверьте, сказать, к какой партии относится Надежда Валерьевна, ну, я думаю, что практически ни у кого она не ассоциируется с БПП. Николай Анатольевич в силу определенных обстоятельств, конечно, с Апоблоком себя связал напрочь, ну, там, с партией регионов, но в то же время ведет себя, по крайней мере, в плане открытости, как совершенно нетипичный апоблоковец, потому что, в отличие практически от всего оппозиционного блока, готов к любому диалогу, даже в самых неприятных условиях. Александр Ильич, можно я скажу? Да, пожалуйста. Вы знаете, вот наблюдается некая закономерность в том, что у нас происходит в государстве. Вот смотрите, у нас была революция, были демократические выборы, избрали проевропейские партии. И в течение времени Ющенко и Тимошенко эти все продемократические, проевропейские, как крысы в банке, начали друг друга грызть. Почему на следующих выборах проголосовали за Януковича и за партию регионов? Голосовали не за Януковича и не за партию регионов. Голосовали против Тимошенко и Ющенко, потому что они разваливали государство. Сейчас, к сожалению, происходит то же самое. Выбрали проевропейских, продемократических,
они опять как крысы в банке, жрут друг друга. Просто они что, строят государство? Вы посмотрите, что происходит. Какой сейчас, и уже люди жалеют. Вы говорите, ностальгирующие? Да, очень много ностальгируют по относительному порядку. Там воровали, но хотя бы удерживали государство в каких-то рамках. А сейчас воруют. А при Сталине такого не было. А сейчас воруют и продали. Продали, цинично продали государство. Продали, развалили. Дальше что будет, никто не знает. Вы думаете, что сейчас на следующих выборах будут голосовать за этих людей? Боюсь, что нет. Опять пойдем по кругу. Если администрация не включится. Вы знаете, это, по-моему, это карма Украины. Мы, вот обратите внимание, да, допустим, в Чехословакии, да, там Вацлав Гавел, в Индии Махатма Ганди, там, ну, есть там действительно лидеры, ну, по-настоящему лидеры нации, да, ну, и выбирают там хорошие и лучшие. По-моему, это карма Украины на каждых выборах выбирать между омерзительным и отвратительным. Да, да. Однако, к вопросу об омерзительном и отвратительном. Вы знаете, я вот два года был депутатом, то есть две каденции был депутатом областного совета, ну, вот на последней сессии ходил, уже вот сейчас, уже не будучи депутатом, подходит ко мне там Казарин, там еще депутаты, которые уже там давно еще были моими коллегами. Говорит, слушай, Ярослав, ну вспомни, ну раньше же такого не было. Действительно, такого не было. И я вам хочу сказать, знаете, у меня такое впечатление, что в этом областном совете можно абсолютно все. Можно на уголовном жаргоне угрожать председателю областного совета. Можно сидеть на государственном гимне, ну, во время государственного гимна. Можно, не знаю, там, вести переговоры с уголовными авторитетами. И это абсолютно приемлемо. И что самое странное, знаете, я вот здесь очень хотел увидеть Михаила Талпа, он даже сильно обещал приехать. Но, в общем-то, это очень традиционно. Мы с трудом у него взяли комментарии по поводу деятельности фракции, деятельности комиссии по депутатской этике. Так вот, казалось бы, ну есть же там комиссия, да, есть некий, так сказать, консолидированный голос депутатов областного совета, которые через эту комиссию могли бы как-то вот реагировать. Обратите внимание, сейчас мы сделали сюжет об этом, обратите внимание, там, где Михаил говорит, ну, вы понимаете, у нас такая открытая комиссия, у нас, в принципе, все можно, любому депутату, любому человеку можно обратиться, и вот мы рассмотрим этот вопрос. Так вот, если вы вдумаетесь в эти слова, вы поймете, что на самом деле в эту комиссию не обратился никто из депутатов, возмущенных этим самым, простите, господи, Скорым, Ясинским, Барной и всем остальным. Единственный вопрос, который по Барне в этой комиссии рассматривался, это вопрос о том, как побили Барну Деды Морозы. Давайте посмотрим сюжет, очень интересный. Постійна депутатська комісія обласної ради з депутатської етики. Здається, саме так звучала назва або фрагмент назви цієї комісії кілька років тому. Тепер з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації. Починаючи з грудня 2015 року, відбулось 13 засідань комісії і жодного разу, як свідчать протоколи, в порядку денному не було питання про вище згадану депутатську етику. Можна було б з натяжкою назвати таким питання про виключення Миколи Скорого зі складу іншої комісії – аграрної, засідання якої разом з сесійними він проігнорував. Але іронія долі в тому, що навіть цього єдиного разу комісія не спромоглася дати оцінку бездіяльності депутата, етичність поведінки якого викликає серйозні сумніви. Голосів не вистачило. Наша комісія, в принципі, працювала, знаєте, як за принципом кнута і пряника, то начебто ми намагалися працювати за принципом пряника. Тобто ми просто запрошували окремих депутатів, які, можливо, виходили за рамки етики, да, чи порушення десь законів. Розмовляли з ним великі бесіди, або вони приходили не на комісію, а окремо з депутатами, зустрічались, говорили про те, що давайте ми не будемо розглядати це питання, там ситуація зрозуміла, ми вибачились, чи ми зрозуміли. Водночас, поруч із, ясна річ, поточними сесійними питаннями, торік на комісії розглядали скарги заступника голови цієї ж комісії Сергія Чмиря та його сина на упереджене, на їх думку, ставлення до їх підприємств з боку Державної інспекції сільського господарства Миколаївській області.
Звернення депутата Максима Невінченого, на думку якого депутат Анатолій Ніколенко незаконно заволодів землею в зоні відпочинку Рибаківка. Того ж Невінченого разом з депутатом Колесніковим звернення щодо засудження застосування вогнепальної зброї народним депутатом України Сергієм Пашинським. Найактуальніше для Миколаївщини питання. На нашій комісії ми досить така демократична, відверта і відкрита комісія. Ми розглядаємо абсолютно всі питання, які надходять від будь-якого депутата обласної ради. І не тільки, навіть від громадських організацій і навіть від просто громадян. А ще засудили ситуацію, що склалася по відношенню до депутата Федора Барни. Йдеться про його побиття невстановленими особами у формі «дідів морозів». Новий гучний скандал вже цього року допомагає здогадатися про можливі причини нездатності або небажання якось реагувати на неприпустиму, з точки зору пересічного громадянина, поведінку колег-депутатів. Йдеться про затримання за кермом автомобіля нетверезого заступника голови цієї комісії, депутата обласної ради Сергія Чмиря. На засіданні 20 лютого голова комісії Михайло Талпа повідомив, що в порядку денному немає питання щодо випадку із Сергієм Чмирем. Ми вважаємо, що треба зважено підійти до цього рішення. Тобто ми хочемо зараз отримати інформацію від поліції офіційно, тобто не з телеканалів, не з сайтів, а офіційну позицію поліції. От, і після цього обов'язково я особисто внесу вже на наступну комісію, слідуючу, розгляд цього питання. А поки члени комісії чекають і визначаються, чи варто реагувати на поведінку їх колеги, голова облдержадміністрації Олексій Савченко відзначив патрульних поліцейських, які затримали Сергія Чмиря, і не безпідставно. Є певні порушені кримінальні справи, є складений адміністративний протокол, є вже в суді справа, від розгляду якої, я так розумію, людина вихиляється. Постійно. Депутат Вадим Лабін нагадав, що випадок, коли інший депутат Олександр Каражей попався на хабарі понад рік тому, комісія так і не розглядала. Тому чи можна сьогодні давати оцінку діям Чмиря? Є у нас моральне право розглядати одного за правонарушення одного і не розглядати другого. Тобто це неправильно. І я не вважаю, що 38 стаття хабар. Это то, что позволительно делать депутатам областного совета. А вот пьянка – это не позволительно. Это оба правонарушения. Щоправда, у випадку з Чмирем також була спроба дати хабар. То, може, взагалі не варто перейматися через негарну чи нехай навіть злочинну поведінку депутатів. Вони ж всі сили віддають роботі для нашого блага. Уважаемые коллеги, у нас, уважаемые гости, у нас остается 12 минут до конца программы, и я понимаю, что на вас сегодня много всего свалилось, вопросов, упреков, претензий, обвинений. Совершенно честно будет дать возможность вам высказаться, пожалуйста, по 2 минуты, там уже, если останется немножко, там буквально по паре комментариев кто-то что-то скажет, но, Володя, я понимаю, очень хочется всем, но... Будет честно, если, пригласив гостей, мы дадим возможность им высказаться. Пожалуйста, по 2 минуты. Я хотел немножко прокомментировать то, что опрос осуществлялся в городе Николаеве непосредственно, да, там в районе там, центрального рынка, я не знаю. На самом деле мы и на Советской опрашивали. Хорошо, это просто последний. Я говорю, там немножко некорректно, потому что если бы приехали в регион и сказали там, а вы знаете депутата там областного совета такого-то? Да, или там кто у вас депутат? Да, конечно, знаю. Люди на местах знают. Конечно, в городе люди знают больше городских депутатов. Ну, по крайней мере... Не стройте иллюзии. По крайней мере, я говорю, больше, нежели... Активность другая. Это раз. Теперь, что хотелось бы сказать по поводу работы областного совета. Ну, у меня это первая каденция. Я достаточно длительное время присматривался к этому всему. Ну, могу сказать так, что вот мы высказали свою позицию непосредственно на сессии на этой. По поводу отчета главы областного совета, вот, который мы не приняли категорически. Вот. Я понимаю, что это частично где-то работа депутатов, но мы знаем, что на главе лежит очень большая ответственность. В первую очередь, это консолидация всех политических сил, даже всех, скажем, всего депутатского корпуса, политические силы уберем, всего депутатского корпуса ради одной цели. Это работа на благо наших избирателей, наших граждан. Вот. Коррупционные скандалы, ну, я не буду сейчас повторяться, все, что мы видели, действительно, я думаю, имело
место, и оценку этому дадут и правоохранительные органы, и общество в первую очередь. Поэтому я хочу сказать, что, к сожалению, на сегодняшний день, ну, к областному совету и к деятельности, то, что ну, оприлюднуется, да, то есть уважения как такового нет. Это раз. И второе, нет такого же уважения со стороны и администрации, то есть органов, которым делегировали эти полномочия. Спасибо. Однако я хочу сказать, что у общественности, которая на самом деле достаточно болезненно реагирует на подобные вещи, нет механизмов, в отличие от вас, влиять на депутатов. Впрочем, нет, один механизм появился, Деда Мороза называется. Я понимаю так, что уже не сезон, поэтому, наверное, надо ждать мавок, лели, там еще кого-нибудь, каких-нибудь Панча и Джуди. Но на самом деле, если говорить серьезно, то меня больше всего поражает не позиция Михаила Талпы, а позиция депутатов, которые никто из них не счел необходимым, ну просто вот долгом совести обратиться в комиссию по депутатской этике с этим вопросом. И более того, вот мы слышали Вадима Алабина, ну что же, говорит, вы же там с Корожеем не разобрали, за что же мы будем остальных-то? То есть нормально. У нас, я подчеркиваю, в областном совете теперь можно все. Надежда Валерьевна, ваша минута. Ну, у нас можно все, это зависит от личностных рамок каждого из тех, кому можно, и личной вседозволенности. И хочу вам сказать, что это не только в облсовете, это вообще ситуация такая, если человек, для каждого есть свои рамки, его дозволенности, его поведение, да, и можно все, что можно по закону, да, остального все-таки нельзя. Мы сегодня затронули очень много тем, пробежались вскользь, честно, два часа мало, как всегда показывает практика на интересные темы. Могу сказать, что кто везет, того и погоняет. И, в принципе, ситуация в городе кардинально отличается от ситуации в селе. Я могу сказать, что интересует людей практически каждого и всех, и что для человека в селе входит в обязанности или чего ждут вы, избиратели. Они ждут нормальных условий жизни, нормальной дороги, нормального освещения дойти, нормального транспорта и так далее, простых нормальных вещей, простого нормального уровня жизни, каждый для себя лично. И мы все вместе должны над этим работать. А те, кто работает, я не знаю, кому какую я конкуренцию составляю, я могу только догадываться, никого не обвиняя. Но если собирается все районное руководство во главе с депутатом Верховной Рады и собирается специальный контингент в селе без объявлений, без чего-либо, и слушает, как человек говорит, что я вот, и я вам договора с вами сделаю по 3%, остальное буду давать в конверте, не обращает на это внимания, простите меня, это мои диктофоны, у меня тоже возникает ряд вопросов, каким это образом районное руководство собирает такие прямо делегации под специально приглашенных, скажем так, людей, когда не зовется все село, обсуждают, делают театральные постановки, еще слушают такой бред, уклонение от уплаты налогов. А здоровая конкуренция ведет к тому, что все арендаторы узаконятся раз, если будут бояться, что кто-то узаконит договор, придут, зарегистрируют и будут платить налоги. Это во-первых. Во-вторых, человек будет иметь право выбора и более достойную конкурентную оплату за свою землю. Потому что за последние годы курс валюты, вы знаете, как поменялся, цена на зерно поменялась, многие вещи поменялись. Соответственно, арендная плата за ПИ тоже должна вырасти. Это нормально. И те люди, которые считают, что они заключили договор, и не должны идти к людям и двигаться навстречу, они не правы. Спасибо. Я понимаю, что ваш ответ несколько выходит за рамки обсуждения депутатской деятельности, но я понимаю, наболело. Николай Иванович, пожалуйста. Я хочу, во-первых, выразить протест Надежде Валерьевне. Она сказала, что там что-то делают театральные постановки. Простите, театральные постановки – это высокое искусство. И тот бардак, который вы называете постановками, потому что я у себя тогда нерадивый… Есть еще любительские. Есть? Господа, у нас нету времени на дискуссии. Значит, я вам скажу, вы сказали очень хорошее слово – карма. К сожалению, на протяжении очень длительного времени, наверное, начиная с Богдана Хмельницкого, у нас судьба такая в этого государства, что у нас не было ни одного человека,
государственно мыслящего, государственного деятеля, были более или менее воровитые временщики, которые пытались продать это государство по какой-то ему только понятной цене. Вот это вот самое главное и самое обидное. Ну вот возьмите, пройдитесь по истории. Результата не было. Скажите честно, Янукович не исключение вот в этом списке продажных политиков? Вы мне добавите время. Я же вам сказал, вы плохо слышите. Вы просто хотели назвать фамилию Януковича, а я вам назову и Кравчука, и Кучму, и Ющенко, и Януковича, и Порошенко. Ну, то есть, главное, что Янукович там тоже есть. Все, то есть, нормально. Для вас это очень важно, да? Нет, для меня важно для вас это услышать от вас, как от депутата партии, от партии регионов недавно не, в прошлом. У меня никогда в кабинете не висел портрет ни одного президента. Всі спокою щиро прагнуть, та не в єден гуж всі тягнуть. Хто направо, хто наліво, а все браття, то-то диво. Нема ж любви, нема ж згоди, від жовтої взявши води. Про знезгоду всі пропали, самі себе звоювали. Гей, братища, пора знати, що не всім нам панувати, не всім дано все є знати і річами управляти. На корабель поглядімо, скільки людей полічимо, однак стерник сам керують, весь корабель управляють. Бідна пчулка матку маєть, і оно їй послухаєть. Так писав Іван Степанович Мазепа. Он був прав, хоча був практично таким, як і всі наші керманичі. Спасибо. Дякую. Михайло Владимирович, пожалуйста. Друзья, смотрите, вот когда в Украине строилось 5 атомных станций, то вместе со станциями понимали, что может быть угроза здоровью, и строились, например, маммологические центры, потому что рак чаще появляется в тех местах, где атомные станции, у нас в Южноукраинске. Я в 2009 году, когда столкнулся с тем, как народный депутат, что, например, в связи с сокращением финансирования здравоохранения, маммологические центры в тех местах, где атомные станции, начали закрываться. Ну, было бы нелепо мне бороться, например, только за то, чтобы маммологический центр в Южноукраинске как-то сохранить. Я решил, что необходимо консолидировать позицию депутатов Верховной Рады и сделать закон о защите 30-километровых зон, который бы защищенные финансы выделял, например, на Южноукраинск, Энергодар и другие станции. И мы это смогли сделать с разными депутатами. Мы были тогда, как говорится, при той власти определенной, нашли общий язык, консолидировались и так далее. Сегодня наша область, например, уже там 7-й год подряд, за счет этого закона, автором которого я был, получает плюс 20 миллионов гривен. Поэтому дороги южноукраинские там получше, поэтому маммологический центр работает, потому что эти деньги на соцразвиток идут и так далее. Вот мне кажется, что мы когда в областном совете научимся вместе больше заботиться только о дорогах, вместе больше заботиться о том, чтобы мы не закрывали школы в связи с объединением территориальных громад, а их сохраняли, улучшали. Вместе заботились о том, чтобы не как бы родители там покупали книги детям, а перевести на планшеты, как во всей Европе, и закачивать туда единую программу образования и так далее. Ну, мы тогда, как говорится, сможем сказать, что мы, наверное, не зря потрудились в этом совете. И хочу привести пример. Мы, например, смогли сделать, вот я один из авторов того, чтобы депутаты вместе по четвергам хотя бы в Верховном Совете собирались и молились, читали Библию по-христиански. И в 1774 году в Америке был большой кризис, война там и так далее, и так далее. И такая молитвенная группа в Конгрессе была создана, до сих пор существует и прочее. Вот мне кажется, что если бы мы наконец-то первый раз в Николаевском облсовете между фракциями задекларировали ценности в виде 10 заповедей, как говорится, например, которые есть в Библии, то, наверное, это бы стало нашей путеводной звездой для того, чтобы вместе принимать консолидированное решение. Вот мне кажется, что те ценности, которые, например, в разных писаниях, я не говорю только о христианстве, я считаю очень много хорошего и в других святых писаниях, и мы тогда будем более продуктивными, как политики, более необходимы обществу. Спасибо. Однако я бы на вашем месте был осторожнее с Библией, потому что начнут читать и узнают, что худые сообщества развращают добрые нравы, и узнают о рекомендациях не ходить в совет нечестивых и не сидеть в собрании развратителей, и тогда боюсь, что вообще ни разу кворума не соберут. Знают, что и то, что если
да, то говори да, а если нет, то говори нет. Все остальное от сатаны. Ну вот, я думаю, у Александра Ухмановского остается буквально минута на то, чтобы сказать да или нет, подвести желчный итог нашей программе и будем выходить из эфира. Вы знаете, сегодня первый раз действительно контраргумент, потому что все против всех. Я, ну, можно долго говорить, наверное, я лучше напишу на Фейсбуке, но мне очень нравится, как политики пытаются назвать себя не политиками, это, знаете, вот поэтому, наверное, у нас вся беда, потому что если вы придете к врачу, который скажет, нет-нет, вы что, я не врач, я крепкий хозяйственник, то, наверное, вы помрете от воспаления легких, либо аппендицита, что происходит, в принципе, с нашей страной, потому что везде крепкие хозяйственники, а думать и принимать решения некому. Вот. Ну, что касается вообще облсовета, то мне кажется, что люди интересуются всегда и знают то, что им близко и то, что на них влияет. И когда говорят, что на Западе не знают политиков, это не совсем так. Мэр Нью-Йорка Джулиани, он закончил свою деятельность в 2001 году, и спустя 15-16 лет он до сих пор остается чуть ли не национальным героем, настолько он реформировал этот город и эту власть. А облсовет, ну, если... Он далек от всех на самом деле. Есть местный совет, сельский голова, мэр, то есть совет населенного пункта, это понятно. Есть государственная власть, это тоже понятно. А облсовет, он где-то там, и в принципе 20 лет уже говорят о том, что это абсолютно ненужный аппендицит власти, который в принципе остался от Советского Союза, и который должен быть удален просто-напросто. И полномочия местное самоуправление должно быть в населенном пункте. А государственная власть должна управляться государством. Облсовет — это некий посредник, который, в принципе, не интересен, не нужен никому. Дякую, Олександре. Дякую, шановні гості. Повірте, ця вдячність моя абсолютно щира, бо я розумію, і ви розуміли, що вам не буде тут наливати теплих ванн. Вас не будуть тут хвалити, вам не будуть казати приємних слів, і вам, зрештою, доведеться відповідати за всю обласну раду. Більшість депутатів, які не готові до таких діалогів. Дякую, що, незважаючи на різність думок, незважаючи на різність позицій, ви приходите і спілкуєтеся з людьми. Повірте, це дорогого варто. Дякую нашим експертам, дякую нашим глядачам. Не перемикайтеся, з нами завжди цікаво. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.